Сегодня мы работаем по телевидению. Олег будет комментировать важные вещи. Все по этапам пошагово. Если будут вопросы, можно задавать их из зала. Желательно, чтобы мы говорили громко, потому что люди на видеозаписи тоже должны услышать ваш вопрос. Олег будет четко их комментировать. Вопросы по Укрпочте я могу потом в перерыве, либо когда будут какие-то дополнительные вопросы, самостоятельно их прокомментировать на весь зал. Все, мы тогда начинаем. Раз, раз. Ух, какой звук громче. Еще раз здравствуйте, уважаемые гости. Может быть, кто уже торгует на eBay? Он молодцы, отлично, почти. Хорошо. Моя задача сегодня на самом деле курс, если брать, понять площадку eBay, примерно на нее надо уйти, на нее уйдет 2-3 месяца, если так полноценно. Да? Я попробую все, что максимально практично, без воды, сегодня дать. Как это получится, посмотрим. Я, честно говоря, онлайн, да, я больше людьми общаюсь онлайн, когда я вижу живых людей, у меня, наоборот, хочется больше разговаривать, потому что онлайн я разговариваю с экрана. Поэтому, если будет вопрос, вы просто поднимите руку, не надо отвечать, просто поднимите руку, если я закончу мысль, да, чтобы не сбиться, и потом постараюсь ответить, если это будет по теме. Если это будет не по теме, то просто запишите себе блокнотик, и мы пойдем дальше. Итак, давайте начнем с eBay, таких общих понятий, как eBay – это часть e-commerce, и eBay всегда была на втором месте после Amazon. Если вы посмотрите, она всегда на втором месте. Это не значит плохо, это значит, что там проще начинать, чем на Amazon. И когда человек заходит на eBay с Украины, он сталкивается с основной проблемой. Это, кто знает, какая? PayPal, да. Но на самом деле сейчас это уже не проблема. Когда я начинал, это была большая проблема, сейчас это не проблема, и есть несколько способов решения. Но давайте все понемногу. Опять. На eBay многие из вас смотрят как покупатели, но давайте попробуем посмотреть как продавцы. Есть, когда вы заходите на eBay, вы должны понимать, что у продавца есть три контролера. Первый – это eBay по категории товаров, по брендам запрещенным и незапрещенным. Сам PayPal, да, который у него также есть запрещенной категории, и покупатель. Это три контролера, которые воздействуют на продавца. Но есть небольшая новость, которая появилась буквально вот в этом году, то что в течение 5 лет eBay переходит на другую платежную систему. Это хорошая новость. А плохая новость в том, что не принимает страны СНГ. Но это тоже выход, и мы чуть дальше мы разберемся. Давайте мы сначала пойдем по пунктам, что это в принципе, как выглядит. Будет у нас выглядеть сегодня доклад, мастер-класс. Регистрация – это мало. Нужна еще активация, настройка аккаунта продавца. Второе – это поиск, анализ трендовых категорий товаров. Сегодня мы говорим в контексте Укрпошты, то есть это значит больше экспорта. Это очень хорошая тема на самом деле. Ее забывают, начинаются торговать внутри Америки или Китая, Америка, но забывают, что в Украине есть не меньше лучшие экспортеры, которые могут возможность дать заработать. И это мой пример. На одних из моих курсов есть производитель, который отсылает 1500 отправок в месяц с Украины. А вот это пока пропустим. Это к нему обращайтесь. Создание, оптимизация листинга. Что такое создание листинга? Кто на eBay хоть раз создавал, вот хотя бы пробовал? Понятно, кто торгует, создавал, а кто хоть пробовал создавать? Долго? Долго. Вам недолго, да? А как вы создаете? Что-то я не помню, это было. Да, ну все, спалили. DSM-Tool. Действительно, есть много сервисов, сейчас это тоже уже не проблема. И сейчас можно листинг создавать в течение 5-15 минут.
Но оптимизация листинга – это другая система. То есть мало найти хороший товар, его нужно так преподнести eBay и его внутреннюю поисковику Cassini, да, чтобы он нашли ваш товар. И есть, соответственно, в этой оптимизации присутствует такое понимание, как внешний и внутренний трафик. Мы будем больше говорить о внутреннем трафике, потому что внешний трафик – это после того, как уже хорошо работает внутренний трафик. И это он дороже, и в него нужно вкладываться, и, соответственно, на это нужны уже средства, которые можно заработать на внутреннем трафике. Следующее – это customer service. Многие продавцы, и не знаю, все на самом старте начинают думать, как побольше продать. eBay, на самом деле, мы туда больше еще раз разберем поподробнее. Не то, что все равно, но если по правилам Vero вы входите по категориям, все у вас хорошо проходит товар, ему важно не только то, что вы продаете, а особенно важно, как вы это делаете. Какой сервис вы оказываете покупателям, какой сервис доставки вы оказываете, как вы контактируете с самой поддержкой. Поэтому customer service, я поставил его последним, но он должен стоять первым по значению. И теперь PayPal. Сложности приема платежей. Для экспорта это не проблема. Многие говорят, я хочу иметь свой PayPal, я не хочу использовать WesternBit, Seller Online, а вот и зря. Кто не сталкивался с проблемой PayPal личного, да, верификации и все это, понимает, что вот те проценты они берут совсем немного. И кто занимается, хочет заниматься с экспортом из Украины, я вам на старте советую полностью исключить открытие своего PayPal. Я расскажу, как это, но исключить. Почему? Потому что у вас голова будет забита самым eBay, оптимизация листинга, все с продажами и так далее. Нужно снять хоть одну часть нагрузки интеллектуальной на ваш мозг, да, на ваш ум, чтобы вы начали больше внимания уделили именно вот этой части. А эту часть нужно отдать посредникам. Но посредники работают только в том случае, если вы товар, например, отправляете только с Украины. Если вы занимаетесь дропшиппинг Украина, USA или там Европа, окей. Но если вы занимаетесь внутри страны, например, вы живете в Украине, а товар у вас в США, они с этим не будут работать. То есть дропшиппинг внутри США работать не будет. Ну и сложности регистрации работы с аккаунтами, лимиты верификации, это про свой PayPal, то, что я говорил. Что это значит? Это значит, что при мало зарегистрировать вас каждый, там определенная сумма, например, первая сумма это $2,500, если мы говорим, вы торгуете на USA, ebay.com, при достижении $2,500 или 200 продаж, у вас затребует PayPal, не eBay, PayPal затребует верификацию адреса, документов и так далее. И так будет все время расти. Ну и теперь немножко подробнее. Нет, подробнее не получится, еще немножко. Простой процесс регистрации. Кто регистрировался на eBay, вы знаете, как покупатель, знаете, что это не так сложно. И мы с вами сейчас, я вам покажу, где она, как она выглядит. Вот. Таким образом, у нас есть вот регистрация такая. Вы видите personal account и business, да? Мы берем всегда personal. Для начала перейти на бизнес-аккаунт не проблема. Я вам покажу где-то на уже работающем аккаунте, но зарегистрировать это я вам советую с персонального аккаунта. Что здесь главное? При регистрации важно, чтобы вы ввели валидный, то есть реальный адрес, почтовый адрес и валидный телефон, на который вы будете получать пин-код при активации аккаунта продавца. Внимание, если у вас адрес украинский, то украинский телефон. Если у вас адрес другой страны, только той страны нужен телефон, который вы регистрируетесь. Многие были проблемы, когда один зарегистрировался в США,
по глупости. Говорит, там я хорошо буду продавать, потому что у меня американский адрес. Взял моего форвардера, это тот, который принимает товары и отсылает в Украину, да, и поставил свой телефон. Его остановили аккаунт через короткое время, после нескольких продаж, не сразу, после нескольких продаж. И спросили, почему у вас телефон такой, а адрес такой. И ему пришлось менять. Почему? Потому что все очень просто. Если вы зарегистрировались, вот вы живете в Украине, а регистрируетесь как США, адрес США, как вы думаете, что с вами будет, когда дойдет 20 тысяч оборота? Налоговая США с вас спросят, как жителя, как того человека, который находится на стадии, на территории США. После 20 тысяч eBay дает запрос к VRC, это налоговая служба США, и говорит, ребята, платите налоги. И что вы будете делать? Вы будете платить. Если не будете платить, будет суд. И это сейчас тема поднимается все чаще и чаще. Поэтому я вам рекомендую, нету никакой разницы, с какой вы страны регистрируетесь. Регистрируетесь в той стране, проходите регистрацию, в которой живете. Это не проблема. Не нужно думать, что если вы регистрируетесь в американский адрес, у вас будет лучше выдача. Нет. Лучшая выдача дается от товаров и оптимизация лизинга. Вот это важно при регистрации. Вопросы есть по регистрации? Пожалуйста. Пожалуйста, есть регистрация украинская, но есть польская карточка и польский PayPal, соответственно, что делать? Это жесть. Я скажу вам, польский PayPal, польский eBay, он сразу вас, польский PayPal, перебрасывает на польский eBay. И с него пока вы должны довести несколько продаж. У меня был опыт работы с польским eBay. И пока вы не сделаете там около 1000 продаж, вас не пустят в остальные eBay. Ну, я после 1000 продаж у моего клиента их пропустили дальше. Поэтому с польским PayPal, с польским eBay на старте вообще не советую связываться. Вот на него принимать можно. Но для регистрации, ну, дальше сейчас пройдем, мы можем использовать свой украинский PayPal, чтобы оно фи снимало. А вот для приема платежей вы можете любой PayPal, в том числе и польский. То есть я регистрируюсь как украинский житель, но привязка к польскому PayPal? Прием платежей на польский PayPal можно делать. Хорошо. И теперь переходим уже на активный аккаунт. Это мой демонстрационный аккаунт. Сейчас, секунду. Который, как у всех олигархов, зарегистрирован на мою жену. Я шучу, но да, действительно, это учебный аккаунт, у меня проходит на курсах и так далее. И здесь есть демонстрация многих настроек. Вот то, что вы видите, это после регистрации, и вам нужно еще пройти два основных этапа. Первый этап – это вот когда вы зарегистрировались, у вас она будет примерно выглядеть… Сейчас, summary. Вот так. Ну, для продавца это ничего, потому что там много инструментов, которые забыли. И нужно активировать аккаунт продавца. Что для этого нужно? Первое, это перейти аккаунт settings. Я почему не делал мой коллега Женя по Shopify, который давал, у него очень много там именно слайдов. Да? Почему? Потому что на eBay очень много пересекающихся между собой смежных моментов, которые слайдами, ну, никак не покажешь, нужна объемная информация. И дальше мы идем на подписки. Здесь вот у меня уже видна подписка на магазин. У вас не будет эта подписка на магазин, а будет тут красная такая надпись «Активируйте аккаунт продавца». Вы нажимаете, и вас просят подтвердить телефон, на этот телефон приходит ваш пин-код, и все. И с тех пор, когда вы ввели пин-код, у вас аккаунт продавца активирован. Иногда он не проходит, потому что eBay сейчас меняется. У него технический апгрейд проходит в течение уже, если я не ошибаюсь, 4 месяцев. Некоторые не могут зайти в аккаунты, некоторые бывают такие вещи, да, потому что у него все время идет апгрейд. Это неплохо, а просто у него на определенное время может не сработать активация. Что рекомендую сделать? Первое, это просто выставить какой-нибудь товар. Да? Самый простенький. Просто выставить товар на продажу. И при выставлении товара вас то же самое запросят. Телефон, активацию через телефон, пин-код и все. Аккаунт продавца будет активирован. Не сложно? Или еще раз повторить? Не сложно.
И теперь, чтобы у нас получить вот такую, для продавца вот такую вот интересную Seller Hub, то есть отчетность, статистику, нам нужно на eBay, это просто так недоступно на самом деле, да? Это нужно переходить отдельными ссылками. Одна из них это Seller, мы набираем, Hub. И вы видите первое, вот видите, первая прямо ссылочка. Я сейчас нажму, он перейдет на мой аккаунт. Видите, сразу перейдет. А у вас будет старт. Просто активировать этот Seller Hub. И все. И вы, у вас получается вот, такая, вот такой инструмент, который помогает вам ориентироваться уже как продавец. В других аккаунтах у вас не будет доступа, например, Growth, Performance. Вот к этим вещам у вас будет либо ограниченный доступ, либо их вообще не будет. Что такое Growth, мы разберем чуть попозже. А теперь давайте разберемся, что здесь, в принципе, может нам быть полезно. И по верхней строчке пройдемся. Первый, Overview. Это, в принципе, здесь все показано. Это все, что касается листингов. Если мы здесь на стрелочку нажмем, мы перейдем на различные виды листингов, на все листинги, которые здесь представлены, выставлены на продажу. Так, следующее. У нас есть ордера, заказы, кейсы, отмены, все, что касается заказов, ордеров. Следующее. Это продажи, которые, видите, у меня даже выросли продажи за последнее время, хотя я там ничего не делаю. Следующее. Это отчетность по продажам и в процентах. И вот самое интересное, то, что я вам говорил, вот здесь метрики продавца. Если мы сейчас их посмотрим, то в основном 3 из 5 это метрики по вашему customer service. Давайте начнем с самого, то, что касается customer service. Transaction defect rate, это по, тут есть по наличию там автосток и так далее, здесь все написано. Это не так актуально, как для Customer Service, актуально вот Light Shipping Late. То есть, если у вас, например, дата отправки, Handling Time стоит 3 дня, а вы отправили через 4 дня, у вас проблема начинается вот такая, видите? Я специально его опять же держу, чтобы было понятно. Не дохожу до максимума, потому что мне закроют аккаунт, а просто держу понятно, что вот здесь, вот в этом процентном соотношении, это показывается и на что влияет. Это напрямую влияет на выдачу ваших листингов, как одного листинга там по определенным вещам, так и всех листингов в целом. Следующее, это close. Можно вопрос, если да, пожалуйста. Получается, это речь идет о том, что мы говорим, что наш товар будет производиться, грубо говоря, от отправки 3 дня. Да. Если мы сказали 3 дня, система сама понимает, что 24 часа умножили на 3, через 72 часа она говорит, что мы проштрафились, правильно? Нет, она уже после просто ставит метрику и все. Она не говорит, ничего не присылает, она просто ставит вот рейд такой, процент. Хорошо, то есть наша задача, вот мы указали 3 дня, значит максимально быстро... В течение 3 дней. После мы сделали этот заказ, побежали на Укрпочту, получили трекинг номер и сюда зашли. Да, обязательно, да. То есть вот задача быстро сдать, получить трекинг. Совершенно верно. Теперь вопрос. Да, пожалуйста. Вот сегодня у нас сегодня была история с личным кабинетом. У нас на сайте была проблема какая-то инфраструктурная, и у нас некоторое время не работал личный кабинет. И я так поняла, что людям нравится личный кабинет. Потому что то количество людей, которое написало по личному кабинету, это было, ну, как бы достаточно долго. Знаете, в личном кабинете Укрпочты, когда вы регистрируетесь, у вас сразу присваивается штрих-код. Вы этот штрих-код можете, ну, как бы непосредственно сюда уже занести, да. И ну, как бы уже там, через час, через два занести в Укрпочту, активировать этот конкретно взятый штрих-код. Вот это вам лайфхак. Да, и вот именно совершенно верно. Есть еще один момент, который нужно уточнить, что все считают время, начинают думать, вот сейчас он меня купил, время украинское, нет, друзья, время Pacific Time. Считается по Pacific Time, поэтому те, кто торгует на USA, я советую в Android или в Apple завести часы, именно которые касаются времени Лос-Анджелеса. Где трек номер вставляется? Вот здесь. Видите? Все, вы вставляете номер, указываете carrier, трек номер и, соответственно, у ваш товар считается отправлен. Но и
дальше продолжая отправку, здесь на самом деле, если у вас даже по какой-то причине трек-номер задержался, это на самом деле не проблема. Почему не проблема? Потому что вы можете его отметить отправленным, mark as shipped. Но важно в течение суток этот трек-номер добавить. Если вы его не добавили, у вас будет также другой параметр будет изменяться. Оптимально это 3-5 дней. Все, что больше 3-5 дней, оно начинает по выдаче сдавать. 5 дней это вполне для международной, например, люди, которые отправляют товары из Китая, там с Алиэкспресс, дропшиппинг, да, они делают 5 дней и у них хорошо продается. Все, что больше 5 дней, это очень спорно. Но если вы в 3 дня будете влаживаться, то это вообще супер будет. Оптимально это 3 дня. Но максимум это 5 дней. Можно вопрос? Пожалуйста. А что делать, если товар изготавливается под заказ, прочерченный ордер? Что здесь делать с временем обработки заказа? Время дается различное. Время дает, я говорю, что оптимально. Но вы можете выставлять до 30 дней. Это не значит, что ваш товар не будет продаваться. Это значит, что вы можете точно, я вам советую, если даже с запасом брать. Если у вас, например, вы знаете, что вы в 5 дней вы изготовляете и отправляете, то ставьте 6-7 дней. Потому что проблемы, задачи, это e-commerce, это дистанция, все время какие-то проблемы. Всегда берите 1-2 с запасом. У людей, которые производство, вот у них уже готовое, да, то это 3 дня примерно отсылка. У которых кастомер, это от 5 дней там, и до 10 тоже можно использовать. Хорошо. Следующее. Вот следующий показатель, через один немножко перепрыгнем. Вот tracking upload on time and validated. Что это значит? Вот если вы не успели ввести трек номер в течение суток, у вас значит upload on time. Поздное добавление. И валидный номер должен быть, то есть eBay его должен трекать. Укрпочты трек номер принимает eBay. Некоторых может не принять. Я проверял, Укрпочта проходит. Например, его проходит. Например, есть такой отправщик, такие очень редкие, которые... Да, пожалуйста. Все почты мира национальные принимаются ключевыми площадками. И на самом деле, мы тоже хотим, мы уже предложили eBay подкачивать трекинги с нашего сайта напрямую через API. Не скачивать, как они скачивают через там других трекинг 17 или трекинг 24, а напрямую закачивать номера от нас по статусу. Да. И опять же небольшой лайфхак, если вы по какому-то какой-то причине не нашли Укрпошта, да, вот карьеры, да, я не знаю, бывает глюк у самой системы, то вводится USPS и трек-номер он принимает eBay. Окей. И вот следующее, мы перепрыгнули, вот cases closed without seller resolution. Что это такое? Бывают возвраты, вы знаете, проблемы с покупателями, но если вы решили эту проблему самостоятельно, то есть без подключения поддержки, то есть она не вмешалась в ваши разборки, все окей, здесь нулевой. Вот у меня здесь супер, я eBay вообще не подключаю. Но если один раз, второй раз у вас возникли проблемы и вы все время подключаете eBay, это говорит о том, что у вас плохой customer service, у вас плохое понимание работы с клиентом и, соответственно, у вас портится метрика. И это тоже воздействует на вашу выдачу. Видите, здесь уже третий параметр из 5. Я даже немножко перепутал. Есть четвертый еще параметр. Return rate. Рейт возвратов. Если товар очень часто возвращается, один и тот же товар или ряд товаров, то есть у вас очень много возвратов, да, достаточно, это естественно, что вы, ваш аккаунт в целом начинает проседать по выдаче. Поэтому у меня есть рекомендация именно держать не больше 3%. Вот у меня, видите, 1,3,1, а в принципе, если на премиум аккаунте, у меня возвратов там 0,5 до 1 держу.
То есть вот это возвраты, если у вас товар проблемы, старайтесь, чтобы либо кастомизировать его, да, спросить почему и как, либо по какой причине возвращают. Первое, это поздняя доставка. Да? Говорит, нам не нужно, все, до свидания. То есть нужно пересмотреть и лучше доплатить, и чтобы у вас было, или даже не доплатить, а американцы готовы платить за доставку. Просто дайте им четкий адрес, четкую дату. Вот и все. Пожалуйста. Я уже ответила на вопрос. Я хотела спросить, как влиять на антиумбрейки. Да. Возвраты, они будут фиксироваться. Есть очень хороший момент, теперь по Customer Service мы пройдем, но я буду так вкраплять такие некоторые моменты, чтобы были в контексте понимания. Да, пожалуйста. Return rate. Скажите, если кейс был открыт, но потом согласовано было все? Сейчас я скажу. Все с клиентом, да. Какой-нибудь частичный рефанд или что-то вроде этого, это потом все равно влияет на эту цифру в метрике? Сейчас нет? Я скажу. Хорошо. Да. Бывает, вообще customer service начинается с создания листинга. И там пишется, там, обращайтесь, если что. Если кейс открыт, система зарегистрировала это. У вас уже нет вариантов, что метрики не будут, что возврата никак, она уже зарегистрирована. Ваша задача уже официально закрыть этот кейс. Каким образом написать? Там есть три таких пункта. Первый пункт – это refund, полный, частичный, лейбл отослать и eBay message, eBay покупателю message. Реакция должна быть в течение суток. Если у вас произошла eBay, вы написали message, и он отменил это, все равно это уже кейс. То есть все, что появляется в системе – это кейс. Чтобы этого не было, вам правильно, если мы дальше будем говорить о листинге, правильно составленный листинг, к вам обращается сообщение, говорит, давайте разберемся, окей, давай разберемся. И тогда вот мы пойдем дальше, как с этим разобраться, чтобы у вас было меньше кейсов по возвратам. Вот смотрите, 4 параметра из 6 – это customer service. Так. И теперь мы говорили о регистрации, теперь давайте возьмем все-таки бизнес-модель на площадке, которая существует. Да, пожалуйста. Вы говорили, что при регистрации может перекинуть на eBay определенного региона. Когда мы регистрируемся на каком? На ком? Все начинают там придумывать через германский, через... Я вам всем советую регистрироваться на ком, да? Но кроме, если у вас не польский PayPal. С Польшей это проблема. Сейчас, секунду, я вернусь. И теперь плюсы. Конечно, мы говорим о том, что есть простая регистрация, но в отличие от других, например, площадок, у него есть, как и начинал eBay, у него есть аукционы. Аукцион – это такой бешеный трафик, про который все забывают. Все думают о том, как продать свой товар, но забывают, что все изначально было создано, eBay был создан как гаражная распродажа, как аукцион. И про него забывают. Я его поставил первым. Почему? Потому что он должен присутствовать у вас в вашем аккаунте. Если у вас нет, вы лишаете себя около 40-50% трафика. Best offer. Я называю это привоз. Что это значит? Это значит, что вы можете разрешить поставить галочку, мы посмотрим листинг, как создается, и там галочка, принимаю предложение по поводу цены, и они вам говорят, я не хочу 25, хочу 24,99, и вы говорите, хорошо, я 24,98, и вот такой идет торг. На самом деле там тоже можно автоматически все настроить, но сам факт, то, что это такой своеобразный возможность поторговаться, узнать свой товар, протестить. Не сколько за него дадут, а насколько он интересен вашим покупателям. Следующий, buy it now, вы это знаете, да, что это купить сейчас. У eBay лояльное отношение к новым продавцам. Но только в том случае, если вы работаете на профилактику. Если вы выставили пистолет на продажу, и вам говорит, пришел там, закрыли аккаунт, говорит, так все, как это, как нельзя было? А говорит, а почему вы не спросили? eBay поддержка работает на профилактику. Если у вас первое есть
Первое, что надо сделать, YouHelp, а он на русском языке доступен и в хорошем переводе. Если что-то непонятно, обращайтесь в поддержку eBay. Работайте чисто. Вот я, например, изучал английский язык через поддержку. Хотя там индусы отвечают, у них тоже сленг, но я вам советую просто капать на поддержку. Это их работа. Они берут 10% за это. Не только за площадку, но и за этот сервис. Поэтому поддержка, она лояльно относится только к тем, кто их спрашивает перед, а не после. Не лояльно тем, кто уже сделал и там коноплю продает, условно говоря. Да, и, соответственно, его забанили, конечно, они будут нелояльны. Следующее. Интеграция магазина в социальные сети. Кто-нибудь на Etsy торгует? Есть такая интеграция у вас? Есть, частично. Есть, но вообще немало как-то. Как это называется, под интеграцией? Просто страница в соцсетях? Нет. Сейчас скажу. Интеграция – это полностью магазин ваш на бизнес-странице. Полностью ваш магазин, который он может быть как отдельная, то есть там вкладочка, так и полностью вот на главной странице. На eBay около 20 таких приложений, которые можно использовать. Они платные, они бесплатные. И плюс эта интеграция не только в Facebook, Pinterest, Instagram. Три соцсети, в которых можно интегрировать и eBay, магазин ваш eBay. Но только при том условии, если у вас есть подписка на магазин. Аккаунт отдельно, который стандартный аккаунт, вы не сможете это сделать. У вас должна быть подписка на магазин. Окей, дальше идем. Покупатели менее требовательны. Почему? Хотя есть такие мексиканцы, которые дадут фору нам, украинцам. Да? В каком смысле? В том, что eBay изначально, он, у него такая, как это, знаете, на привозе всегда можем договориться. И тут то же самое. Люди приходят изначально, они готовы не только спорить, ссориться, как это там, например, на Amazon более четкие товары, да, человек мог сразу раз и открыл там I2Z, то есть такую проблемную жалобу. И, соответственно, на eBay в этом плане все намного лояльнее, покупатели к этому относятся, к продавцам. Они могут чаще писать. Есть, конечно, новички, которые не знают, что делать, и сразу тыкают там в жалобу. И тогда это можно легко с ними решить. Но они готовы обсуждать, более общительные. Спокойно, бизнес-атмосфера. Я не знаю, на Etsy я не торговал, но на Амазоне я торгую до сих пор. И там и продавцов выкручивают постоянно, начиная даже мне торговлю по IPA, и там постоянно идет нагрузка вот именно на продавца, все что-то меняется, его задача клиента максимальная ориентация на клиента, и из продавца выживают все соки. И выживают там только, естественно, такие морально устойчивые личности. Потому что многие просто посылают и идут там другие, такие как Walmart и другие стандарты. Но он того стоит. eBay в этом плане очень спокоен. Поэтому я его советую всем, кто хочет начать или только там, знаете, вагается где-то плюс-минус, идти на Amazon, на eBay или на Etsy, если уже торгуете, я вам советую на eBay. Там нет вот такой проблемы, как нагрузка на продавца. Пока нет. Дальше непонятно. Help практически полностью переведен на русский, я это уже сказал. Если у вас есть какие-то сомнения, вы можете сделать очень простые манипуляции. Прошу прощения. У вас, например, есть вопрос, вы напишите мультиаккаунтинг. Никто не задал вопрос, поэтому я на него сразу отвечаю. Мультиаккаунтинг eBay. Разрешен ли много аккаунтов на eBay? Как вы думаете? Ну, те, кто знает, понятно. Наверное, нет. Сейчас мы узнаем. Сейчас нам все Help скажет. Сейчас. Не, ну, да. Вот, использование нескольких учетных записей. Смотрите, на русском языке. Вообще не проблема, да? Видите? И что тут говорит? У пользователей может быть несколько учетных записей.
Нас, и вот многие начинают задумываться, можно, нельзя, health. Первое условие. Потом, если есть какие-то сомнения здесь, а что значит, например, регистрировать новую учетную запись или пользоваться другими существующими учетными? Что это значит? Да? Вот вы нам непонятно. Тогда вы можете позвонить в ИБ и спросить, могу ли я открыть на себя под другими данными, например, под другими имейлом еще один аккаунт, и вам дадут возможность рассказать. Вам расскажем только на английском языке и с индусским акцентом. Можно. Он на прием платежей? Или на выплату? На прием. Можно. А только PayPal на прием, да? Да. Для нас только PayPal. Хорошо. Вот некоторые моменты, которые дают нам плюсы. А теперь давайте поговорим о минусах. Ну, я люблю говорить о них больше, чем о плюсах. Почему? Потому что там, где минусы, все мне, когда я начинал, вот с eBay, с Украины, мне говорили: Лех, куда ты лезешь? Там то нельзя, это нельзя. Я говорю: отлично, значит, там есть деньги, которые не могут другие взять. И вот первая была сложность, это с приемом платежей в Украине. Как это? Было различные схемы, серые, черные, белые, через посредников. Пока это было запрещено открывать счета в других странах. Сейчас разрешили это делать. И есть два способа. Первый способ – это открыть счет нерезидента, например, в Молдавии. Молдавский PayPal может принимать. И с мобильных адресом взять в аренду адрес почтовый и там открыть частный. Но я вам не советую это делать. Почему? Потому что при достижении, опять же, 20 тысяч вас просят, попросят перейти на бизнес-аккаунт. Поэтому я вам еще раз говорю, что для начала попробуйте использовать посредников. Они не так много берут, поверьте. У вас маржа, которую вы отправляете с Украины, позволяет эти проценты выплачивать. Это сэкономит ваши нервы. Постепенно, когда вы поймете, у вас обороты вырастут, тогда можете открыть бизнес. Например, фирму в Европе, Эстония, Латвия, и под него открыть PayPal свой. Это тоже сейчас не проблема. Через посредника? Тихо. Еще раз, по одному. Через посредника. Что такое посредник? Посредник – это westernbit.com. Посредник – это тот, кто принимает платежи PayPal на свой аккаунт. Мы вводим в Google посредники PayPal. WesternBit. Мы у них регистрируемся, читаем их help, читаем их тарифы и работаем. Там у WesternBit есть снятый видеоролик, как привязать к своему аккаунту прямо аккаунт WesternBit. Там же 15-минутный ролик пошаговый есть, наверное. У них плюс еще к этому онлайн-поддержка. Вот Тимур – это настоящий живой человек, это не чат-бот, который действительно может ответить вам на любой ваш вопрос. Как привязать финансовую компанию посредника? Нет сейчас проблем вообще, да. И мало того, что нет проблем, я работал со многими посредниками. Это не реклама, я просто говорю о том, что есть. Да, WesternBit пока оптимальный по цене и по качеству услуг. Что такое качество услуг? Я знаю, что ребята, которые хотели увеличить лимиты, ну, плохо говорят по-английски. Они просили, и у них есть услуги увеличения лимитов по телефону своим клиентам. То есть они очень к этому серьезно подходят. А с посредниками понятно или еще есть? Это у них уже, это через них. Нет, максимальная сумма так и остается 20 тысяч, правильно? Нет, у них она не ограничена. То есть если мы работаем через WesternBit, мы можем не открывать? Совершенно верно. Okay. За это они отвечают. За это они получают деньги. Чем больше оборотов, тем больше они зарабатывают. Поэтому, да, пожалуйста. А можно привязать, получается, у вас там аккаунт продавца и аккаунт покупателя, они соединены вместе. Я могу привязать два аккаунта PayPal, один для получения платежей, другой для выплаты. Вы меня запутали. Я сейчас все расскажу дальше. По аккаунту я расскажу. Так. Что
что, какие еще минусы? Это лимиты. Когда вы заходите на ebay.com, у вас дается при регистрации активации продавца, у вас дается лимиты 50, 10 штук и $500. Это очень мало и нереально мало, по той простой причине, что у вас, например, товар стоит, дорогой товар там $200, да, или $150, и вам только 3-4 штуки можно выставить. Что нужно сделать, чтобы обойти лимиты, не обойти, а повысить лимиты? Обойти ничего не надо. Там все можно делать официально по белому. Достаточно просто выставить, заполнить эти лимиты и позвонить. И они вам повысят лимиты, сколько, не сколько скажете, но максимально, если они вас просят, например, какой товар, откуда, сколько стоит, что и так далее, и так далее, и так далее, в течение 15 минут поднимают лимит. Это не проблема, на самом деле, уже не проблема. Это проблема, когда человек заходит и не знает, что с ним делать, с этими 10 лимитами. А где посмотреть лимиты? Давайте я вам покажу на аккаунте. Так, лимиты. Monthly limits. Видите? Ух, сколько у меня уже лимитов. И тут дается вот у вас 950 лимитов. У меня сейчас, да? И $10,000, 10500 по деньгам. То есть по количествам и по деньгам. Если у вас этих лимитов не хватает, вы нажимаете request to list more и все. И вам вас перенаправляют дальше. Спросит пароль, конечно. Это лимиты на продажу или лимиты на листинги? На листинги. На листинги. То есть увеличить количество листингов. И увеличить сумму листингов. Да, смотрите, у вас, например, здесь есть по количеству 950, да, и по сумме. Бывает так, что дают вам здесь 100 лимитов из 10, а здесь у вас сумма остается $1000. Если вы назвали, что у вас товар стоит $5-10, соответственно, зачем вам повышать выше? Если вы скажете в среднем $35-40, будет примерно ровно. Давайте мы немножко подробнее про лимит. Что значит лимит? Лимит — это значит, что вы можете выставить 1 единицу. Вот, например, у вас 10 лимитов. Вы можете выставить 10 товаров по одному или 1 товар 10 штук. Если вы выставили, он продался, лимиты исчерпаны. Вы больше не можете выставить в этот месяц. То есть у вас есть четко 10 лимитов в месяц. Это минус. Но если у вас была хоть одна продажа, вы можете смело звонить в eBay и вам дают, минимум 50 вам дадут. Если вы скажете все честно, все открыто, вам дадут минимум 50 штук лимитов. Почему именно 50 штук? Сейчас, секунду. Потому что мы, если посмотрим с правой стороны, здесь у нас есть... у меня здесь магазин. Вот пока нету Basic Store, у вас есть будет бесплатных 50 листингов. Вам будут даваться на аккаунт бесплатных 50 листингов. Если вы будете свыше загружать 50 листингов, у вас за каждый листинг будет сниматься 30 центов. И тогда можно подключить магазин, тогда у вас будет 250 бесплатных листингов. Но не вам даются лимиты, вам просто разрешают иметь эти листинги бесплатно. Лимиты вы повышаете с помощью продаж и с помощью звонков. А вы расскажите, как открывать магазин? А стоимость магазина бесплатная? Сейчас мы дойдем. Мы еще не разобрали аккаунт стандартный. Да, подайте, пожалуйста. Пожалуйста, вот ви сказали 50 бесплатних, а далі платні. Да. 50 це кожен місяць бесплатних 50. Да. Тобто сьогодні там я 50 взяла, і з червня можу ще раз 50. Да, совершенно верно. Совершенно верно. А один лістинг, от ми там запілиці, і він живе forever, і він живе какое-то время. Ми при созданні лістинга я вам покажу. Теперь мы с вами остановились на лимитах. Давайте так видно хорошо, чтобы я не клацал. Да. Следующее – это запрещенные товары категории как со стороны eBay, так и со стороны PayPal. Опять же, многие думают о том, что есть такая программа ВРО, да, запрещенных товаров, или не запрещенных товаров, а товаров, которых нельзя выставлять без разрешения брендов. Это большая, как говорят в Одессе, большая разница.
Да, если вы, у вас есть сертификат реселлера или официальные войсы, которые вы покупаете дистрибьютора, например, этого официального бренда, вы можете это делать. Но если у вас этого нет, вы попадаете под программу ВРО, то есть запрещенных брендов для продажи без разрешения. Есть еще один очень нехороший ВРО, то есть запрещенный, это ВРО по тайтлам, по словам. Например, iPhone и так далее, и это можно обходить. Обходить просто ставить не в начале, а в середине или в конце. Поэтому есть также ВРО по фотографиям. Если вы берете фотографии у кого-нибудь из продавцов на eBay, и он точно такой же, например, как у продавца на eBay, у вас также может быть ВРО. Это ВРО определяет не только продавец, но и робот на eBay. И просто удаляется листинг. Три удаления, и ваш аккаунт стандартный такой. Стандартные данные, три удаления листинга. Если вы, например, выставили один раз, его удалили, вы думаете, да что это за зараза, второй раз, да что, какое он имеет право, третий раз, и аккаунт остановили на 7 дней. Если продолжаете, на месяц, если еще продолжаете, навсегда. Но многие забывают, что кроме eBay есть еще PayPal. PayPal, он больше будет грызть наши мозги. Просто выгрызать. Почему? Потому что эта платежная система, она отвечает не за товар, eBay не отвечает, она отвечает за качество сервиса. А вот за товар, за деньги отвечает именно PayPal. И, соответственно, если вы выставили товар, который запрещенный в PayPal, самой системы PayPal, вы можете получить бан PayPal, либо остановку. eBay можно решить на самом деле проблему с ним, она не такая жесткая структура, но если вы получили бан на PayPal, у вас разборки затянутся минимум на неделю. Давайте посмотрим, какие товары нельзя продавать на PayPal. Как вы думаете, почему я опять открыл Гастарбит? Потому что это список. Да, вот здесь четкий список. Если вы зайдете на саму систему PayPal, там написано, нельзя продавать такую-то категорию товаров, то есть все размыто. А эти товарищи, они знают, что уже получили там предупреждение, разборки у них были, они четко знают, какие товары нельзя продавать, принимать платежи по ним. Да? И вот у них очень хороший список. За что я их и люблю. Да, за то, что у них очень хороший здесь... Кастомер хороший, все описано. Так, насколько я помню, помощь. Да. И вот здесь есть. Какие товары нельзя продавать через Western Bit? Пожалуйста. Все, что здесь есть, они вам не дадут продавать. Много. Много-много. Это на самом деле кажется, что много, но я вам скажу, что категории еще больше для продаж. Здесь то, что вы видите, товары, например, пищевые продукты, кто будет продавать, да, из Украины? Зачем вам продавать картошку, условно говоря, да, там или что-то такое? Чеки, партнерские программы, подарочные карты, сертификаты. Вот здесь, на самом деле, они локализированы просто по категориям, но четко разбиты. Поэтому я вам советую, прежде чем выставлять товар, зайти на WesternBit и посмотреть. Опять же, если у вас не нашли, и у вас закрались сомнения вот из этого списка, вы звоните в PayPal, пишите в PayPal. Прямо в чат у них есть, можете в украинский, тот же PayPal. Да? Если есть украинский PayPal, вы можете позвонить и спросить. Можно мне выставить этот товар? Они спросят, что, как, откуда и куда. Он говорит, окей, можно. Все, тогда можно. Всегда работайте на предупреждение. Да, пожалуйста. Украинский PayPal может только платить. Да. Но можно иметь его. Украинец может его иметь. Скажите, какие есть ограничения в плане патентного права? Вот, смотря, я выпускаю в Украине розовые путя. Я выставляю их на eBay. Может ли компания, которая имеет в Штатах патентное изготовление этих розовых путях, предъявить ко мне претензии, чтобы я снял свой товар с продажи американского? Может. Если ваш товар находится в стране США, если вы продаете со склада США. Нет, если я продаю из Украины. Вот, я продолжаю. Если вы продаете со склада Украины, у вас есть официальные документы произведения этого товара, то это не проблема. То есть пока они не зарегистрируют патент, разбираясь с ним. С
Совершенно верно. Спасибо. Вы постоянно говорите, позвоните вы. По какому телефону? Там указано на сайте? Да, конечно. Сейчас покажу. Так. Давайте мы вниз. Help and contact. Так. Да. Contact us. Нажимаем. И там выбирайте категорию. Тут нужно зайти в... Давайте сделаем по-другому. Анами, я еще, у меня небольшой клуб карате, и вот Анами это мой клуб. Так, окей. Может не зайти, может зайти, нет. Еще раз. Пока Олег заходит, я рекламная пауза. Кто пробовал уже личный кабинет по почте? Хорошо, все хорошо. Кто получил бонус в этом месяце? Еще никто не получил из присутствующих? Хорошо. Пока Олег ищет этот. Есть много людей, которые отправляют от 5 до 100 тысяч гривен отгрузки в месяц. Вот справедливая скидка, она таргетирована от 3, 5, 8, 10 процентов. 10 процентов это максимально, плюс ваш бонус 5% добавляется. Итого максимальный бонус за мелкие пакеты может возникнуть 15%. То есть это достаточно такой интересный бонус. Несколько сотен наших покупателей как раз за апрель получили эти скидки, они были как бы в приятном шоке, потому что никогда не ожидали, что мы такое можем сделать. Зашел? Сейчас. Мне просто долгое время, то есть я уже много лет работаю с Укрпочтой на разных сторонах, но не только внутри, а еще как партнер и клиент. Всегда была вот эта жизненная несправедливость, что продавец, который продает один товар, бабушка продает носки, отправляет куда-то в Америку, и люди, которые торгуют системно, они получали разные стоимости, ну, одинаковую стоимость. Теперь справедливо все будут получать в зависимости от объема отгрузок. Легкие пакеты, я напомню, то есть самый ходовой у нас флагманский продукт, вы регистрируетесь, получаете в личном кабинете штрих-кода, получаете, печатаете дома лейблы, приходите на отделение Укрпочты и без очереди сдаете эти отправления. Главное подойти к отделению, ну, как бы оператору и сообщить, что вы с личного кабинета. Зашел? Да, зашел. Это не работает. Бабушки, которые стоят. Мы для таких бабушек специально повесили объявление. На каждом отделении есть объявление, где написано «Отправление международное и смарт-бокс оформлен в личном кабинете без очереди». Вы можете подойти и сказать вот так. Бабушки специально не берут очки, чтобы читать. Хорошо, да это же наша страна. Что делать? Когда я прихожу отправлять три раза в неделю, выходит начальник отделения и лично вводит. Потому что все остальные операторы, они так часто меняются, что не успевают освоить, как это все... Бывают такое, тоже разные отделения, есть люди, которые будут подписываться. Олег, пошел? Да, вот. Вот мы зашли, и мы видим, что Customer Service, это eBay. И здесь у нас есть категория, по которой мы можем позвонить или просто назвать Call Us. Да? И выбрать, опять же, категорию, которая нас интересует. Ну, например, нас интересует такая вот Change Your Password и так далее. Смотрим. Credit Invoice, чтобы они выставили вам сейлинг по фи, вопросы по отмененным, по листингам и так далее. Здесь вы можете подключить, им перезвонить. Если я нажал, например, Creating and Managing Listings, нам дают, опять же, выбор, да, какой, что вас интересует, видите, и вот здесь уже дается вам вот такой код. Этот код дается только единоразово. Да, вот вы звоните по этому номеру телефона, прошу прощения, назад немножко. Вот, 086, в течение 6 минут у вас этот код нужно будет сказать при контакте с роботом. Это можно делать прямо из аккаунта здесь, при поднятии лимитов. То, что я говорил, да, он сейчас запустит, нет, нет. Да, сейчас, секунду, я... Опять не рекламная пауза. Кто скачал мобильное приложение Укрпочты? Хорошо. Да, на Android уже есть мобильное приложение, на для счастливых обладателей телефона оно появится
примерно в середине июня. Сейчас мобильное приложение может трекать ваши посылки, может работать как калькулятор. Ну, я говорю про то, что мы делаем для именно международной доставки. Также можно найти по индексу работающее отделение, либо по адресу работающее отделение. Там система геолокации, если вы включаете, они определяют ближайшее отделение для вас. Сейчас, в следующем релизе, я думаю, через пару недель мы опубликуем новую, на Play Market появится новый релиз мобильного приложения. Это можно будет оформить с личного кабинета, прямо отправлять. То есть со смартфона вы получаете заказ, вы не находитесь возле своего ноутбука, вы пользователь личного кабинета, заходите в мобильное приложение, вводите ваш номер, ну, вашу учетную запись в личном кабинете и делаете вашу отправку, там, ну, например, где-то в поезде, по дороге, в кафе, где вам удобно это сделать. Вы можете сразу получить трекинг номер, который уже можно посылать на eBay и отправлять эту посылочку. Можно вот так? Ко мне типа. По поводу личного кабинета, хорошо. Или если мы говорим о приложении для мобильного телефона и PlayStation, есть ли? Да. Есть он официально на, и для и Apple, и для Android. Тоже есть. Там называется eBay. Олег, хорошо? Да, здесь на самом деле ничего сложного, просто все главное то же самое, чтобы время сейчас у меня есть автоматиком входит, да, в это все дело, но здесь вы нажмете вот на этот аккаунт, увеличение лимита, попросят вас ввести пароль и дадут сразу номер телефона и такой же код. И вы звоните по нему, и вам дают сразу по коду определяют, что вы хотите увеличить лимиты. Хорошо, в этом не знаешь. Да, идем дальше. Какой еще большой минус? То, что аккаунт продавца и покупателя, то, что говорили с галерки, они связаны между собой. И это большая проблема, потому что если проблема может быть не только у продавца, но и у покупателя. Да, и если один из этих аккаунтов будет забанен, оба аккаунта не будут работать. Поэтому я советую для того, чтобы покупать, иметь один аккаунт, для того, чтобы продавать, другой аккаунт. Да, пожалуйста. Говорили там насчет PayPal. А если PayPal вот, не польский, а венгерский, например, то это то же самое сказано, но только на eBay венгерский какой-то заходит? Нет. Только польского касается. То есть у меня будет прямо по основному eBay аккаунт, венгерский PayPal? На прием платежей или на... Нет, PayPal на прием платежей может быть любой, в том числе и польский. Вот если сейчас мы придем до настройки аккаунта, вот если вы его привяжете для снятия фи, да, для снятия фи, это значит комиссионных, если вы будете снимать, он будет идентифицировать как его как польский для польского eBay. Вот тогда будет перенаправлять на, в Польшу. Хорошо, идем дальше. В одной стране можно. Не нужно делать официальные типа, разрешения? По очереди? Нет. Вы можете заходить только по очереди. А вдвоем находиться в одном аккаунте с разных IP не рекомендуется. Будут запросы, вопросы, и должен быть именно тот человек, чей аккаунт, на кого зарегистрирован. Amazon позволяет дублировать? Нет. У него нет работы с ассистентами. Это следующий момент, который мы с вами пролетели. В виртуальные ассистенты подключения нету. Следующее. Относительно долгий и недолгий процесс создания листинга. Это мы уже разобрали. Он достаточно немножко упростился. И теперь мы с вами прошли, что как активацию, как мы активировали, подключили Solar Hub. Уже перед этим я просто дал расклад по тому, как это по пунктам, да, делается. И теперь давайте посмотрим на сам аккаунт eBay, когда вы уже активировали его. На сам аккаунт eBay мы можем увидеть его аккаунт Settings. Вот он так выглядит. Центральный аккаунт Activity Message Application. Здесь у вас будет ваша фи, да, которая снимается после продажи. И вот здесь есть Automatic Payment Method. Вы видите, мне тут привязан PayPal, украинский PayPal. Мы можем с него платить. Но я вам советую привязывать карту именную.
Приватбанка только долларовую. Только долларовую. Монобанк. А? Монобанк. Да любой. Любой. Главное, чтобы долларовая карточка была на ваше имя. Вернее, не на ваше имя, а на имя человека, который зарегистрирован аккаунт. Чтобы верифицировали ваш аккаунт по карте. Поэтому вот этот аккаунт, если мы говорили о том, что если польский PayPal сюда привязать, то он будет перенаправлять на польский eBay. Если привязать сюда украинский PayPal или карту, вы, соответственно, будете на eBay.com. Или на другом eBay, который зарегистрируетесь. Мы говорим сейчас об eBay.com. О eBay.com. Дальше. Если у вас по какой-то причине на карте не оказалось денег, вас могут забанить после 2-3 обращений к вашей карте. Что нужно сделать? Нужно сделать on-time payment method. Один раз оплатить. Вы можете здесь выбрать PayPal, можете выбрать credit card, можете выбрать direct payment, но я вам, у вас это будет недоступно, или там какой-нибудь ордер. Да, я вам советую PayPal брать какой-нибудь. У меня, например, PayPal на бизнес, да, и там я могу с него платить легко. Не обязательно с моего PayPal украинского платить вот это. Я могу платить из того PayPal, на который идут платежи. Либо с другой карты, которая у вас свободна. Вы можете с нее, на которой есть деньги. Следующее, что тут интересный момент, который есть. Если у вас PayPal аккаунт все-таки привязан, вот здесь есть такой Become Verified. Он мне уже верифицирован. Но если у вас не верифицированный, он вас все время будет перебрасывать на эту страничку. Верифицировать, это значит, eBay должен соединить его. Вы должны, вот нажав на эту клавишу, вы переходите на Payment, на PayPal, на украинский. И там просто подписывайте соглашение. И он вас опять перенаправляет на eBay. Все. Это все, что нужно сделать. Если карточка, то этого делать не надо. Видите, когда, как все упрощается. Следующее. Personal information. Здесь адреса, не адреса, а именно то, что мы говорили. Видите, вверху account type. Это индивидуально. Я могу перейти на бизнес. Вот, ну, сейчас не буду, но в принципе, видите, я могу опять же ввести пароль, который вручную уже давно не вводил. И, соответственно, я могу просто перейти на бизнес-аккаунт. Мне не затребуют никаких документов. Ничего не затребует. Просто вы перейдете на бизнес-аккаунт. Только при достижении определенной суммы вас спросят документы на ваше юрлицо или на ЧП, если вы являетесь частным предпринимателем. Не обязательно быть там LLC или еще что-то. Достаточно частного предпринимателя в Украине. User ID. Вот. Что? Вы находитесь на индивидуалке, доходите до определенного суммы оборота. Нет, если вы можете торговать и так, и так. Я говорю, что если вы решили перейти на бизнес, это не проблема. Бизнес-аккаунт у вас просто будет чуть-чуть больше увеличиваться, быстрее увеличиваться лимиты. У вас будет другое отношение к вашему аккаунту поддержки. Потому что бизнес, у них есть разница между индивидуальным и бизнес. Да? Бизнес-клиентам у них другое отношение просто. Не более того, все остальное ничем не отличается по функциям. Да, пожалуйста. А что тогда останавливает перед тем, чтобы сразу завести бизнес-аккаунт? У вас есть на юрлицо документ? А, нужно юрлицо. ЛП. А ФОП, ты так и не проверяешь. Подойдет. Они проверяют этот ФОП? Они запросят. Они документ. У вас документы запросят? Проверяют? Нет, не проверяют. Я... Они украинские документы могут проверить только условно, да, есть номер, все, они его нигде не пробивают. Это я так думаю. Но, я вам скажу сейчас, как это происходит. Все люди, которые подавали запрос на бизнес-аккаунт или ФОП, да, или другой вид ЧП, они их перепроверяли несколько раз. В том числе существует сайт, на котором это можно также проверить. Да. Все эти вещи можно проверить. Поэтому, если вы решили какой-то сгенерировать номер, то, скорее всего, могут быть проблемы. Или ФОП не на ваше имя. И я всегда еще раз, я пропагандирую никаких серых схем. Мы начинаем опять юлить, а потом, когда что-то с аккаунтом, ох, этот eBay, он так нелояльно относится к нам. Следующее. Аккаунт User ID. Это название вашего аккаунта. Видите, Anami Expert. Вы здесь его также можете менять в течение 30 дней. Раз в 30 дней, прошу прощения. Вам не понравилось, вы поменяли.
Почему? Чтобы не было манипуляции в том, что вы скрываетесь от покупателя. Это название магазина? Нет, это название аккаунта. Это не магазин, а аккаунта. И теперь переходим на самое интересное. Это About Me Page. Американцы его очень любят. По поводу компенсации. Если возник вопрос, связанный с тем, что посылка не дошла, и вы не знаете, где находится трекинг-номер, ну, нет никаких данных на трекинговой системе, пожалуйста, вы обращаетесь в Facebook-службу поддержки Укрпочты. Вы пишете не мне, не Вике, не всем знакомым в Укрпочте, вы пишете именно в Facebook Укрпочты, он работает без выходных, ребята отвечают до 10 часов вечера в порядке живой очереди. То есть если много вопросов, то они немножечко дольше отвечают, но обычно они отвечают 10-15 минут на любые ваши вопросы. Мы открыли нашим службе поддержки все доступные нам базы данных. Если у нас есть страны, которые не предоставляют по мелким пакетам, например, трекинговые статусы. Та же, ну, как бы наша любимая Канада, которая, к сожалению, не всегда отдает эти данные. Вообще практически на мелкие пакеты не отдает данные. Вам нужно просто совет, такой лайфхак, что мы научились делать. Вам нужно в службе поддержки спросить, было ли принято в транспортной системе депеша. Депеша – это партия отправлений. Если она принята таможней Канады и началась обработка. Очень часто у них бывают как и итальянцы, так и Канада очень медленно работают таможней. То есть они принимают, начинают обрабатывать депешу. Один мешок обработали, и 10 еще у них где-то там лежат в порядке живой очереди. Если один мешок уже обработан и начинается обработка других мешков, то ваша посылка точно находится в Канаде, и она будет скоро доставлена получателю. Вот вам нужно просто запросить эти данные у службы поддержки Укрпочты в Фейсбуке. Угу. Все, мы попали на страницу. Я наконец-то научился вводить пароль. И теперь, видите, вот это вот, то есть мы можем на нее попасть либо таким образом, либо просто нажать на «Нами эксперт». Что здесь интересно? У вас некоторых, если вы зайдете, у продавцов вот здесь голая cover, головы, нету лого и так далее, и вот здесь этой штуки нет, надписи. Я вам советую это сделать по минимальному, но аккуратно, чтобы не отвлекать их внимание от этого товара, который есть у вас, продается. Поэтому здесь можно просто edit profile и изменить cover. Где можно изменить cover? canva.com. Кто не знает, это самый лучший пока нам, по моему мнению скромному, работа со всеми видами графики, которые нужно для соцсети, для eBay, для Etsy. Если вы хотите для eBay делать, просто возьмите формат Etsy, баннер Etsy, и он будет четко подходить под вот эти параметры. Многие ставят фотографии. Я вам не советую ставить фотографии, потому что фотография чья-то, она все-таки немного, знаете, персонализирует товар, сам аккаунт. Желательно его немножко, вот как я сделал, много сервисов, которые просто делают фотографии рисунок. И это очень интересно, такой формат, который люди смотрят как уже не на чисто персонализированный товар, аккаунт, но уже на что-то такое более общее. Это очень важно, чтобы люди пришли в магазин, а не к этому человеку, который изображен. Многие просто делают лого. С одной стороны, это хорошо, но если вы зайдете на наш любимый WesternBeat, то вы всегда увидите здесь человека. Уже нету. Фотография не подгружается, да? Вот когда вы заходите и видите живого какое-то лицо, это она немножко успокаивает. И это такая статистика. Вот. И что нужно сделать? Просто еще ввести какой-нибудь сюда слог. Да, какой-нибудь интересный, призывающий или что-то такое более эмоциональное. И это все сохранить. Это раз. Вот это важно, чтобы вот это все минимально было оформлено. Если этого нет, то человек, который попадает на этот аккаунт, он сразу уходит. Он даже не будет смотреть, что у вас здесь продается. Он посмотрел здесь, здесь смотрю следующее. Ух ты, у меня тут все пять звездочек. Отлично, тогда я буду покупать его товар. И вот здесь, значит, дальше он может заходить и смотреть уже мой товар, если у вас нет магазина. И, соответственно, он может здесь просмотреть мой товар. И таким образом, About Me, то есть это именно для того, чтобы было хорошее оформление вашего магазина. Secret questions, секретные вопросы. Многие их игнорируют, я не советую.
Секретный вопрос – это такая верификация. Я иногда, я часто очень сейчас, и последнее время, где-то года два на турнирах по миру езжу, и захожу сейчас с разных IP. Это вопрос сразу, да, пускает ли eBay с разных IP? Пускает. Только если у вас нет secret questions заполненных, то, скорее всего, он просто будет все время требовать либо телефон очень часто, либо просто остановит аккаунт. Когда есть секретный вопрос, вопрос заполнен, значит, он говорит о том, что аккаунт в безопасности. Знает вопросы только вы, ответы на эти вопросы. Поэтому вы можете тогда заходить с любого IP. Это вопрос, опять же, по заходу на одно IP с нескольких IP. Следующее – это телефон PIN. Это при его не обязательно. Это вот тот PIN, который вы вводили при активации аккаунта. Да, он может меняться, вы можете сами его поменять. Следующее – email. В принципе, все. Здесь больше ничего такого интересного нет. Кроме security information. Здесь еще одна недавно, год уже примерно, или чуть больше уже даже, двойная верификация. Я вам не советую включать, потому что последние две недели на eBay люди, у которых есть верификация, не могли просто зайти в аккаунт. Ну, глюк определенный. Система еще в наладке. Следующее интересное – это адреса. Вот это тоже тема, которая интересная для многих. Registration addresses у вас должен быть четко тот, который соответствует вашему… Сейчас опять запросим, да, зараза. Вот, адреса, которые соответствуют Украине, адресу регистрации. Все четко, ваш адрес, фамилия, e-mail, телефон, все пишите, вот, это то, что вы возили при регистрации. Если вы вдруг захотите изменить фамилию, то с вас могут спросить, значит, вы скрываетесь от покупателя, да? Что-то поменяли данные, и тогда вас может eBay, опять же, позвонить, написать, остановить аккаунт и так далее. Это не 100%. Я говорю, что при глобальных изменениях страны, фамилии, адрес и e-mail можно менять, телефон тоже можно менять, но вот глобальные изменения желательно, опять же, звонить в поддержку и спрашивать на это разрешение. Primary shipping addresses. Вот здесь мы ставим всегда американский. Я ставлю, например, есть mail-форвардеры, которые принимают товары и отправляют там в Украину. Когда вы покупаете в США, например, я беру этот адрес, ставлю. Для чего? Для того, чтобы когда я продаю, да, я могу принять товар не в Украину. Я могу принять возврат товара на тот адрес, который есть в США. Это очень быстро, это очень удобно. И если у вас возврат происходит, у вас не нужно ждать возврат там 30 дней. Да? Вы ждете возврат в течение максимума. Я еще тут хочу прокомментировать, потому что это важный момент. На самом деле у американской почты и вообще многих европейских почт тарифы намного выше, чем тарифы Укрпочты. И, соответственно, очень часто, когда я читаю все экспортные наши форумы, там пишут, отказались возвращать, потому что дорого возвращать, да, потому что в полисе вашего магазина прописано, что возврат за счет покупателя. И такая бизнес-модель с обратным адресом, она, в принципе, достаточно интересный подход. Вы быстро получаете адрес на территорию, ваш товар на территории США, этот товар может там находиться, вы его можете перепродать еще один раз. И третий момент у вас, вы достаточно быстро можете сделать рефанд клиенту, и, соответственно, все остались довольны, жизнь прекрасна. Да, в этом плане верно. По поводу адреса, да, это ваш адрес вашей почты? Нет, не наш адрес. My forward, да. Это есть куча сервисов, которые занимаются форвардингом. У Укрпочты нет своих партнеров, то есть мы в сети работаем с почтовым. 192 почты у нас в Америке, наш партнер почта USPS. Хорошо это или плохо, это наш партнер, мы его выбрать не можем. Вот, это на самом деле shipping address, это хорошо, но это еще не retour address, это shipping address пока. Здесь следующее идет primary ship from addresses. Вот здесь нужно прописывать Украину, если у вас товар в Украине. Возврат вы можете делать return, указать американский, то, что мы говорили, вот этот адрес, указать сюда. А вот отправку делать с Украины, если у вас товар все-таки находится в Украине. Скажите, а вы имеете в виду именно форвардера или курьера? Форвардера. А форвардер может осматривать или может. Это все индивидуальные договоренности их экспресс-центров и форвардинговых центров, их достаточно много, только я не знаю, 30 штук.
которые находятся в США. Они у каждого свой набор каких-то характеристик. Фотографирование, проверка, возврат, запаковка, там, ну, все, что вы хотите. Перепродажа. Перепродажа, да. То есть вы можете не принять, не отсылать в Украину, а тут же там следующему клиенту посылать. А можете посоветовать какой-то сервис с перепродажей? Я торгую в основном в США. И мои все отправки с Украины, которые есть, да, я оставляю и продаю потом, оставляю часто как подарки, у меня нет дорогих товаров. Но я могу рекомендовать, например, как ukraina-express.com, да, а потом, сейчас на вскидку сделаю. Если у меня есть, кстати, друзья, которые, да, они живут, они были, торговали на Амазоне, амазончики, у нас круг небольшой, они открыли свои преп-центры. И в частном договоре я могу с ними договариваться, вот в частном, да, там порядке. Они могут по одному товару не принимать, а со мной они работают. И вы можете также в преп-центр написать, в Фейсбуке этих преп-центров 3 или 4. И они за определенную плату, там кажется, за доллар обработки и возврата, они сделают вам все. Все, что, о чем вы договоритесь. Доллар – это не деньги такие большие, с которыми можно договориться. Ukraina-express.com, она принимает товары, осматривает, но у них чуть дороже, чем у преп-центра. В принципе, тех ребят, которые занимаются отправкой товара там, по Амазону, по eBay. Еще раз мотивы возврата зацепили. Если все-таки возврат идет на территории Украины, например, для ремонта, для там, не знаю, замены, цвет, ну, разные бывают случаи. Мелкий пакет, возврат всегда бесплатный. То есть бандероль, мелкий пакет, рекомендованное письмо, это категория письменной корреспонденции, до 2 кг этот возврат бесплатный. Если вы изначально посылали посылкой, то есть там больше зона компенсации, больше зона ответственности по доставке, там вес до 30 кг, то когда возвращается эта посылка на территорию Украины, та почта, например, почта США, берет получателя, то есть отправителя уже этой посылки на территорию Украины, сумму, которая соответствует стоимости за вес. То есть у нас, вот если вы зайдете даже на сайт Укрпочты, у нас как бы, структура тарифа у всех почт одинакова. За штучку, за единицу и за килограмм, и за какой-то вес. Вот все почты мира выставляют свою стоимость веса. Мы не можем прогарантировать, даже предварительно, сколько это может стоить. Ну, примерно это, как из нашей практики, это от 40 до 60% может быть стоимость возврата этой посылки. Вы возвращаете. Если вдруг вы не согласны с этим возвратом, ну, разные ситуации. Почта Америки, она очень специфические товарищи, могут, например, адрес был указан верно, но отправили не в Аризону, а куда-нибудь в Нью-Джерси. Можно написать, прямо не отходя от отделения Укрпочты, можно написать заявление. Его можно записать в онлайн-режиме, это даже лучше, и приложить документы, подтверждающие, что у вас был на этикетке правильный адрес, а по трекингу, ну, система трекинга показывает, что это отправление было вообще в другой части Америки. И запросить компенсацию ну, вот этого не предоставленного сервиса. Служба рекламации Укрпочты официальный запрос отправляет в США. США, конечно, может вам отвечать до 2 месяца, и нам в том числе, и мы потом вам компенсируем эту стоимость отгрузки. То есть вот такая история, если есть такая ситуация с, ну, с возвратом. Истории бывают разные, поэтому каждый раз лучше обращаться в службу поддержки для индивидуального какого-то разбора. Вопрос. Было сказано, что если не посылка, или оплата, и так далее, возврат бесплатный. Куда возврат бесплатный? Короче, Виктория, если на адрес отправителя, то есть если я, Юлия Павленко, отправила из города Киева посылку в штат Нью-Джерси, и в Нью-Джерси мой потребитель отказался, то посылка возвращается мне. Отказался, не явился на отделение, не явился, отказался, уехал, выходит с вами на связь, ну, вот просто испарился. Такие случаи тоже бывают. То этот возраст, либо же Почта Америки не нашла этого получателя, что тоже иногда бывает. Он приходит на отделение Укрпочты, вам приходит оповещение, заберите вашу посылку. А если отказался забрать, пришел, открыл, сказал, мне интересно. Нет, если он, смотрите, по почтовым правилам, почтовые конвенции, почтовый регламент Всемирного почтового союза предусматривает, то если посылка была вскрыта, даже если она перепакована, то это уже новая посылка в почтовом союзе. То есть я понимаю, что ну, внутри локальные сервисы всех нас приучили, что можно посмотреть товар, и там, например, компания «Бутик» за вас оплатит этот возврат. Возврат никогда вот этот бесплатный не бывает. Просто за него кто-то заплатит. В случае с украинскими интернет-магазинами заплатят украинские интернет-магазины. Вряд ли eBay, Amazon и еще кто-то другой заплатит за ваш возврат. Скажите, можно еще вопрос? А если такой вариант,
подходит на последний контроль. Может, то же самое. Не имеет значения. Смотрите, и тут нужно важный момент прокомментировать. Если из Китая происходит в США, если человек не явился, и эта посылка была не затребована покупателем, то по почтовым правилам, либо по правилам другого экспресс-перевозчика, оно вернется на адрес отправителя. А если вот то, что вот только что мы обсуждали, когда был вскрыт товар, он не вернулся, и вы внутрь положили, вот обратите внимание на кейс ASOS. Вот кейс ASOS очень часто британский вкладывает ярлычок, сразу можно оформить, если возвращаете товар, заполняете все отметочки прямо на этом лейбле и отправляете назад в Британию. Вот на этом можете себе сделать такие лейблы, если вы хотите такой возврат, поменять, куда отправлять, все, инструкцию отправителя, вот что ему сделать, если вдруг ему не понравилось. Да. Ну, вот эти нюансы, важно, мы говорим изначально о том, что человек скрыл товар, ему не понравился. Если вот действительно не получил, то в любом случае это вернется в страну отправителя. Теперь давайте вернемся к нашему return адрес. Мы знаем, что мы здесь можем вставить, внимание, не один адрес, мы можем вставить 3-4 адреса и выбрать при создании лейбы возврата на eBay. Либо на сторонних сервисах. Поэтому мы здесь, что в этом, мы можем ввести несколько адресов. И теперь давайте идем дальше. Следующее, да, пожалуйста. Не подлежит. Есть, да, на листинге мы сейчас разберем. Сайт Preferences, это главный. Сейчас Communication Preferences, здесь все стоит по умолчанию, мы ничего не трогаем. Есть такой старый анекдот, когда мальчик спрашивает у папы, который программирует, работает или нет. Правда, солнце стоит на востоке, садится на западе, он говорит, отстань. И в конце он говорит, работает, только не трожь. Вот тут то же самое. Вот есть вещи, которые лучше не трогать. Здесь мы трогаем только сайт preferences. Это такие настройки, которые нужны для продавца. А у покупателя они ограничены, вы видите, только вот, вот это. Если есть продавец, вы видите вместе все. И самое главное настройки. Вам здесь нужно поставить yes, если вы хотите, чтобы у вас была история продаж на листинге. Если вы здесь снимете галочку и в листинге при создании отметите Garten Council, то после продажи листинга он просто исчезнет. Поэтому здесь важно поставить эту галочку. Следующее. Payment from buyers. Мы принимаем только PayPal. И просто проставляем здесь все галочки. Здесь мы ничего не пишем. По умолчанию ничего не пишем. Следующий важный, интересный момент – это Shipping Preferences. Global Shipping Program у меня здесь не активировано. Вы знаете, что это такое? Нет? Это если ваш товар находится в США, например, вы хорошо продаете, и Корпоштой отправили на склад в США. Да, и вы продаете его уже внутри США. Но eBay ввела такую программу, как Shipping Global Program. Что это такое? Это значит, что вы уже не заморачиваетесь отправкой в разные страны. За эту доставку отвечает eBay. Вы просто отсылаете, например, заказ пришел из Таиланда, но адрес дается не таиландский, а именно штата склада в Кентукки. И он потом рассылает по всем заказам. Да, да, как и PayPal, только международный. Да, смотрите, у нас вообще на самом деле у нас есть такой тоже продукт, он называется e-packet. Я не знаю, если вы видели на Алиэкспрессе, можно выбрать название продукта e-packet. Вот этот e-packet, он изначально был разработан для потребностей eBay и китайской почты. Китайская почта интегрировала ряд стран, по-моему, до 20 стран сейчас работают с этим продуктом. И вот, ну, в принципе, вот, если у нас есть очень много сейчас случаев, когда увеличилось количество отгрузок именно, например, центр посылок. То есть посылки растут с немеренной скоростью. Если вы понимаете, что вам ваш товар, он сильно такой конкурентный, вы работаете в конкурентной нише, можно попробовать работать через предцентр с отгрузкой посылок на предцентр на хранение. И потом вы, каждый раз вы должны прочитать бизнес-кейс, что вам выгодно, отгружать из Украины с более длинными сроками доставки, отгружать на предцентр и работать, например, в этой системе Global Shipping. Mm-hmm. То есть вы под свой товар сами считаете.
Да, тут много нюансов. Вот, например, если кастомизирован товар, то вы его не отправите на склад, не сможете сделать. Его нужно работать, если изготовлять именно в Украине. Следующий вопрос пока не будем разбирать. Следующий интересный момент, который интересует. Excluded shipping location from your listings. Это исключение, и страны исключены, в которые мы не доставляем. Я вам советую здесь поставить все. Я вам скажу почему. По умолчанию. Никуда не доставляем? Вообще мы никуда не доставляем. Мы никуда не доставляем. Я скажу вам почему чуть позже. Потому что мы остались, только продали в Украине, все продавали. Зачем вам наши товары? Пусть к нам приезжают. Вот. И это будет касаться именно бизнес-полисис. Да, вот мы сейчас вернемся теперь к бизнес-полис. Что такое бизнес-полисис? Бизнес-полисис – это условия оплаты, условия возврата и условия доставки. Это идут отдельно каждому, можно на отдельный листинг, на отдельную категорию. Кто, у кого стандартный аккаунт, он этого не может их активировать. Он может только использовать там вручную, все время вводить. Поэтому для того, чтобы активировать этот бизнес-полисис, вам нужно просто ввести бизнес-полисис и .ebay.com. И вы активируете свои аккаунты бизнес-полисис. И здесь вы можете настраивать уже шиппинг. Да, вот мы видим, что у нас есть шиппинг. Дефолт. Давайте мы международный возьмем. International shipping. Вот. И вот здесь у нас есть, видите, то же самое. Я пока здесь поставил, вот здесь я могу уже выбирать по то, мы поставили по умолчанию, для того, чтобы не ошибиться, если что. А вот в каждом полисе мы можем создать их безмерное количество относительно ваших условий в доставке. Вы можете здесь уже поставить те страны, в которые вы либо доставляете, либо они рискованные, вы туда не доставляете, либо цены проставить. То есть это просто возможность персонализированно на каждый товар поставить свою стоимость доставки. Стоимость доставки и возможность доставки. Да. То есть очень важный момент. Есть страны, которые ограничивают ввоз каких-то товаров. Например, США ограничивают мед. Вот мед они не хотят, хотя другие страны, ту же Канаду, абсолютно с руками и ногами берут мед, и наш мед на самом деле. Вообще в Китае это хорошая тема продавать мед. У них там все, на свадьбе, на рождение, баночка меда, это подарок лучше. Поэтому вы вот действительно вот это хороший вариант, чтобы показал под каждый товар подстроить свою шиппинг-полисис. Да, шиппинг-полисис. И можно выбрать их там немереное количество, можете подобрать очень много, да? Следующее. Если есть international shipping, вы просто выбираете не calculated, а sample all buyers. И здесь уже вы можете индивидуально настроить в разные страны, вот какие вы доставляете. Мало того, что вы здесь, да, что-то прописали, вы здесь можете поставить страны, в которые вы, например, решили доставлять. Европа, Германия, Франция и все. И выбрали здесь, например, location. Да, и мы здесь выбираем способы доставки. Вот. То же самое можно сделать еще. Несколько. Сколько вам угодно по разным странам именно сделать вот такие расклады по ценам. Потому что цены в разные страны могут быть разные. И вот это очень важно, чтобы под каждую страну, под каждый регион вы также настроили стоимость доставки. Тут еще важный момент из других, вот я говорю, вот такой важный момент. Было бы интересно вам всем делать так, как делают наши продвинутые экспортеры. Они выставляют, допустим, две опции доставки. Например, почтовую доставку и указывают там сроки, там 2-3 недели доставка, там, допустим, $5, или иногда они включают стоимость товара, тогда получается free shipping. Или же второй момент, например, DHL, FedEx, UPS, TNT, что вы хотите, UPS, TNT, что вы хотите из экспресс-формы доставки. И указывать, это стоит там $15, $25, сколько стоимость этого тарифа. Человеку удаете выбор, и таким образом вы не ограничиваете. Если человеку завтра, на день рождения, на свадьбу, там, не знаю, на какой-то другой совершенно конкретный праздник, вы не зависите от там, службы доставки. Просто очень важный момент понимать. Почтовая доставка, вот минус почтовой темы, кроме того, что у нее есть много плюсов. Относительно дешевого прайса, неотъемного веса, то есть вес только по факту,
вот этот бесплатный возврат, мелкая градация там, вот, ну, до 250 грамм, а на посылках до 100 грамм округления за вес. То есть есть куча плюсов, легкая таможня тоже важный плюс. Но есть минус, нет фиксированной стоимости, ну, сроков доставки. Чем это связано? Пассажир, мы используем в рамках почтовой доставки пассажирский самолет. И если, не дай бог, плохая погода, не хватает грузчиков, перегруженным багажом самолет, очень часто бывает на Нью-Йорк такая история в компании МАУ, пилот может выйти и сказать, мы сегодня почту не берем. Мы будем вынуждены снять эту почту с самолета, и она будет лететь завтра. А завтра скопилась другая почта. Ну и так, либо же нет прямого рейса. Мы, вот сейчас у нас 74 локации, куда мы летаем прямыми рейсами. Но в целом мы доставляем 230 точек мира, страны и территории. Соответственно, все остальные страны, мы должны, ну, нет прямого рейса Киев-Австралия. Там, или какой-то другой интересной страны. Соответственно, есть вот эта перегрузка, и прогнозировать точные сроки доставки будет проблематично. Поэтому мы выявили на сайте Укрпочты, есть просто список самых 100 популярных локаций, где вы можете взять и посмотреть средний фактически за предыдущий период. То есть мы сравнили, система посчитала сроки доставки за 100 там, тысяч посылок в США за последний там, квартал. И вот вывела средний фактический срок там 14 дней. Поэтому будут посылки, которые будут у вас доставлены end-to-end за 6 дней, за 7, и будут посылки, которые, к сожалению, будут доставляться 30 дней. То есть это почтовый сервис, с ним могут, нет компенсации за соблюдение каких-то сроков. Ну, то есть я вот на самом деле, когда пришла работать в Живую почту, я хотела добиться от почты Канады и почты Италии компенсации, но такого нигде не прописано, потому что вот такой регламент в почтовом сервисе. Но у прямой экспресс-формы доставки, когда задействованы свои самолеты, совершенно по-другому устроена доставка. Каждый вечер грузовой самолет вылетает куда-то на сортировку Европы. И потом, например, в той же компании DHL 250 самолетов разлетаются в разные точки мира. Именно поэтому они могут обеспечить доставку 2 дня. Вам рекомендую добавить два срока доставки, и те, кто еще не знает, у нас с компанией DHL Express именно по этой причине есть партнерская программа. На главпочтах Киева, Харькова, Днепра, Львова и Одессы можно сдать посылку в систему DHL, получить бонус 30% от стоимости DHL. Скажите, пожалуйста, мы просто столкнулись с этой ситуацией на главпочтахе. DHL принимает, скажем, изделия из драгоценных металлов, серебряные изделия. Укрпочта ее не принимает, несмотря на то, что мы на Укрпочте заполняем исключительно по документам. Да, как Юлия. Прекрасно. Смотрите, у нас есть по системе вот этой партнерской программы есть некие ограничения со стороны компании DHL. То есть наш оператор не может правильно оценить, вы вывозите бриллианты, там рубины, сапфиры и все остальное. То есть нам компания DHL попросила не принимать некий шот-лист товаров, которые они принимают. Драгоценности, картины мы сейчас не принимаем, вот это точно я помню. Потому что очень сложно оператору на отделении принять решение, что это за товар и как его правильно отметить. Я хочу отметить, что по таможенному кодексу Украины почтовая отправка и экспресс-форма отправки разные требования таможенные. Экспресс-форму отгрузки таможенники более тщательно проверяют. Вот, ну, то есть по требованию таможенных там заполняются другие документы. Когда вы сдаете DHL, вас всегда просят копию паспорта. При почте вас вообще никто не спрашивает, как вас зовут. У нас некоторые люди отправляют вот вынужденных людей, на самом деле. Это совершенно неправильный подход. Товарный чек обязательно спросят на DHL, TNT, интернет. Понятно. Вы можете этот товар сдать только у DHL. Ваш конкретный кейс разберем по индивидуальному порядку, но картины, драгоценности, документы, еще ряд товаров нельзя принимать. Итак, мы с вами закончили на шиппинг, на бизнес-полисах, да? У вас там есть бизнес-полисы, это по доставке мы с вами разобрали, но также и есть полисы по пайменту. Паймент, то, что мы говорили, для eBay. Так, создадим паймент новый. Для eBay все равно, на какой PayPal вы принимаете. Вообще все равно сейчас. Раньше, это примерно лет 10 назад, они банили даже за посредника.
да, когда они были PayPal и eBay практически одно и то же, они очень к этому серьезно подходили. Как только они разошлись, они разрешили использовать посредников. И сейчас им все равно, на какой PayPal вы принимаете. Тут очень важно, первое, если полис name, я вам советую во всех полисах ставить те, которые будут вам понятны, которые вы можете быстро найти из списка. Например, это у меня полис name WesternBit. Я веду сюда WesternBit, и дальше, соответственно, я понимаю, что это WesternBit. Дальше, здесь это не обязательно вводить. Здесь вводится PayPal WesternBit, да, или посредника. И дальше мы ставим вот сюда галочку, это обязательная галочка вот для, в общем, даже не обязательная, а очень обязательная. По простой причине. Сколько у вас было такой ситуации, когда вы, например, вам ваш заказ как якобы сделан, но не оплачен? Много раз было, да? И если вы эту галочку поставите, у вас этих проблем не будет. То есть сразу снимется галочка, и у вас с PayPal вашего клиента сразу снимется. Вам не нужно будет с него выбивать деньги. И теперь очень важная вот эта вещь. Поймать, есть attention, то есть вот эти все вещи показываются в вашем листинге. Какой бы он ни был простой, условие, какой бы он ни был, на наш взгляд, тупым и таким дегенеративным, но тут четко нужно прописать, что вы принимаете только PayPal, все решения, все оплаты. Вот четко прописать те вещи, которые касаются именно паймента. Не возвратов, а именно приема платежей. И это будет отображаться в листинге. Тогда, когда человек заходит или есть какие-то у вас проблемы, кейс открывается, это первое, что делает eBay, он смотрит на ваши листинги. И что прописано вот в этих додатках. По пайменту идем дальше, не по пайменту, по шиппинг полис. Теперь ретурн. Вы знаете, что многие сейчас пошли изменения, особенно с 1 мая. И здесь интересная тема есть, если у вас нет ретурна, то вообще это не проблема. Да, поставили и все. Ну, опять же, про имя, но если есть у вас ретурн, то изменения пошли в такую сторону, что постепенно вот здесь уберется 14 дней, будет только 30 дней. Раз. Второе. Это все останется. Money back. Я вам советую использовать money back. Вы потом можете после при возврате, при активации возврата договориться. То ли замену, то ли еще что-то. Но вот самое простое — это money back. И люди этому доверяют. Больше, чем замену товаров или замену товаров и заплатить. Просто money back. Вот это интересная тема на самом деле. Кто возвращает, кто отвечает за возврат? За возврат отвечает, в данном случае написано buyer, то есть покупатель. Я советую ставить seller. Почему? Если ваш товар хороший, у вас возвратов, вы знаете, что у вас там 0,5 возвратов. Да, там, и то по причине, например, что в Америке там завал пошел какой-то. Да? Ну, мы уже, кстати, обсуждали эту тему по поводу завала. Мы сейчас ее тоже затронем. Но в любом случае, если у вас возвраты небольшие, я вам советую ставить seller. Почему? Потому что когда вы заходите на eBay, есть такой фильтр free return, да, такой есть. Ну, например, wallet. Если вы хотите на старте, чтобы ваши продажи были, вам нужно максимальное количество трафика на свой товар. И вот этот трафик вот здесь, видите, free return. Сейчас, секунду. Вот он. И по нему отсеивают. Ваш товар будет отсеивать и попадать сюда. Это дополнительный трафик. Если вы уверены в своем товаре точно, или вы хотите, чтобы пошли первые продажи, я вам советую именно использовать для этого. Если видите, что товар, либо проблема какая-то там в Америке с доставкой, либо проблема с товаром, вам нужно доработать, вы поставите байер, потом можете вернуть. Но для увеличения трафика я вам для начала советую поставить seller. Это риск, да, многие там боятся, но у меня везде стоит seller. Я торгую украинским товаром, но из Украины и внутри США, и у меня везде стоит seller. И это очень хорошая мотивация. Почему еще?
Есть такое понятие, как возврат на автомате. То есть eBay тоже это ввел. То есть если байер платит за возврат, система говорит, да зачем тебе с ним вообще что-то разговаривать? Раз, я активировал возврат. Да, он даже не дал возможность договориться. И он говорит, все, мы возвращаем деньги и забирает деньги. Эта система, она может сейчас работать, может не работать. Но именно вот, когда у вас стоит байер, эта система может больше вероятности сработать. Почему больше вероятности? Там еще есть в настройках другие вещи, которые это активируют. На сам факт, что я вам советую, опять же, на старте, для старта продаж, для увеличения продаж, использовать максимальное количество трафика. С free return – это дополнительный ваш трафик. Идем дальше. По return police. И теперь restocking fee. По правилам eBay, которые сейчас ввелись в мае месяце, restocking fee запрещен. Вернее, они не рекомендуют пока, но постепенно он будет запрещен. Поэтому ставим новый. Хороший вопрос. Restocking fee – это если возврат пришел по необъективным причинам. Цвет не подошел, цена дорогая. То есть вы предоставляете выбор, и человек получил и сказал, что мне не подходит. Да, по необъективным причинам. И тогда с него снимается определенный процент. Так они, чтобы не платить, они пишут, что бракованный. Да, они все равно напишут такое, что restocking fee не придется, они с них не снимешь при указе возврата. Поэтому я вам рекомендую ставить no restocking fee. И вот здесь самое интересное, здесь очень детально прописать все ваши условия возврата. Вот сюда. Это тоже будет показано в листингах. Если вы хорошо все пропишете, за вами будет победа, когда будет кейс. Что это значит? Мы говорили о том, что если, например, праздники, и у вас вот здесь не указано, что возможна задержка в празднике, там 10 дней, например, и на вас открывается кейс. Вы говорите, окей, да, доставка не успела, праздники, но у меня прописано в листинге, что в празднике возможна задержка. Тогда кейс либо закрывается автоматом, либо он... не автоматом, а eBay его сам закрывает. Либо он идет разбирательство до определенного периода, да, там может быть дает возможность сконтактировать покупателю и продавцу. И возможность, что уже нет такого конфликта. И тогда чаще всего человек, который не увидел это, извините, пожалуйста, давайте мы все-таки оставим, я подержу еще 10 минут и закрою кейс. Вот это важно, чтобы это было указано в return также и в shipping также. Все эти вещи должны быть максимально указаны, чтобы у вас было оружие, против которого вы сможете оперировать как к покупателю, так и к eBay, в том числе и PayPal. Все, с бизнес закончили, мы идем preference дальше. Самое интересное – это buyer requirements. Есть неадекваты, наверное, вы знаете об этом, да? И не все хотят, чтобы эти неадекваты мучили нам. И поэтому есть вот такие пункты, которые минимизируют эти посещения этих людей. Первое – это человек, который не имеет PayPal аккаунта. Ну, почему? Он может нам оплачивать с карточки. Да? Поэтому мы здесь галочку не ставим. Следующее. Есть страйки. Знаете, что такое страйки на eBay? Нет, это когда человек отказался от покупки. Вот на Amazon я не могу право отменить как продавец, а на eBay я имею право отменить продажу. Но если отменил оплату, например, отменил заказ покупатель, eBay ему дает один страйк. Штрафной балл. И покупателю. И, соответственно, если у него, вот, например, два страйка за месяц, он на такой не нужен. Следующий buyer location to which and that ship. То есть мы только отсылаем тем, у которых адрес eBay, вот четко у него адрес на eBay или соответствует PayPal, соответственно, только на тот адрес. Это можно для начала снять. Почему? Потому что я могу отправить кому-нибудь в подарок, указать чужое имя, чужой адрес и оплатить. Но у нас такая галочка стоит, и тогда человек это не сможет сделать. Но впоследствии, когда у вас пошли продажи, лучше это поставить, потому что при разборках кейса, если адрес будет не соответствовать тот, с которого купили eBay, вы проиграли кейс сразу.
Следующее. Buyer with policy violation reports. Что это значит? Это значит, что при решении кейсов или спорных задач, или просто покупатель достает продавца, на него идет рапорт на eBay. Я также могу жаловаться на покупателя, как покупатель на продавца. Если в этот рапорт, очень много рапортов, например, 4 штуки за месяц, нам такие тоже проблемы на покупателей не нужны. Следующее. Негативные фидбэки. Это понятно. Ну, если вы будете использовать аукцион, также можно это использовать. Дальше мы нажимаем Submit, Apply, применить ко всем Apply, ко всем листингам. И вот интересное, самое интересное, когда все-таки вас достали, да, и вы решили внести вот этого человека в черный список. Я вам советую все-таки вносить, но только после того, как вы закрыли с ним всю сделку. Если вы во время сделки закрыли доступ, вот внесли его в черный список, вас заблокируют вместе с ним. И будете потом, да. Можно потом. Ваш аккаунт не будет вообще видеть? Он не сможет ни писать сообщения, он не может ни покупать ничего. То есть полностью блокировка. Он аккаунт будет видеть, но он не сможет с вами контактировать. Прошу прощения. Следующее, что мы идем по этой настройке. Manage what numbers. Это если вы являетесь жителем США, а то, что я говорил, или продаете на Европу. Следующее. Вот есть еще такая вещь. Unpaid item assistant, то есть если у вас в течение 4 суток не оплатят, вы автоматически там, можно выставить, автоматически открывается кейс. Это очень нехорошо, потому что любой кейс это очень нехорошо. Поэтому я вам советую здесь все убрать, новый поставить и все. Все должно решаться вручную. Return preferences, вот это тоже интересная тема. В этой теме вы должны поставить edit, все выключить. Что это значит? Если вы укажете причину, вот здесь раз, damage или еще что-то, у вас будет активирован автоматический возврат. Опять же, это неинтересно, потому что некоторые возвраты лучше и нужно решать вручную. Так, заканчиваем с настройками. Вот здесь есть еще интересная настройка в том, что некоторые сервисы, вот здесь у меня, видите, сколько сервисов, все не подключены. И если я захочу этот сервис отключить, вот Кадисто, да, это для создания листингов и отслеживания, я могу просто отметить remove и отключить. Дальше. Здесь, в принципе, все, больше ничего не нужно настраивать. Это основные настройки. Давайте мы перейдем дальше от фидбэки. Это работа с фидбэком. Вот здесь у вас, я нажал на фидбэк, и здесь фидбэки, на которых я не оставил отзывы, отображаются. Мало того, что у вас отображается, здесь можно зайти на Go to Feedback Forum, и здесь у вас будет Feedback Tools. Здесь вы можете подписаться на фидбэк определенный. Да, вот, например, сейчас вот на этот фидбэк я могу... прошу прощения, не подписаться, это ответить на фидбэк. Вот я дал пример, да? Особенно я вам рекомендую отвечать на отрицательные фидбэки. Но для чего вообще отвечать на него? Для того, чтобы человек, который зашел и смотрит фидбэки, видит, что действительно он коммуникативный человек. Да? С ним интересно разговаривать. И он начинает вам писать письма. И может быть больше вопросов. Вот подписка вот на фидбэки, например, у вас какая-то идет тут переписка с людьми. Да? Вы можете просто подписаться на эту переписку, на именно отдельные фидбэки, и смотреть, как отвечает вам ваш покупатель. Также, если вы здесь вам отправили отрицательный фидбэк, вы здесь можете его request feedback revisions, то есть нажав сюда, вы можете попросить отменить его после решения проблемы. Следующее это... Report Buyer Problems, то, что я вам говорил, можно пожаловаться на самого покупателя. Так, хорошо, здесь все. Скажите, пожалуйста, а как работа с фидбэками влияет на трафик, на сам аккаунт, сколько он занимает времени у вас? Хорошо. Мы закончили, сейчас немножко, 2 минуты, и мы пойдем дальше, потому что там вот такая объемная тема. Фидбэки.
Фидбэки, в отличие от Амазона, которые там тоже на фидбэке, они получаются очень легко и быстро. У меня аккаунты с нулевыми фидбэками начали продавать, ну, буквально на третий день. Да, на eBay. На eBay. И на самом деле это на выдачу влияет не сам фидбэк, он тоже имеет значение, но он очень далеко. Он влияет, фидбэки положительные, отрицательные, на поднятие лимитов. Вот, если у вас отрицательные фидбэки много, там меньше 98% кажется, вам просто не поднимут лимиты в следующий раз или при звонке вы не сможете это сделать. Ну и, соответственно, в глазах покупателя будет выглядеть не очень хорошо. Только для этого. По выдачам идет спорные моменты, влияет на выдачу, не влияет. Но я склоняюсь к тому, что, опять же, по опыту, у меня есть аккаунты, которых не давали полумертвые, да, мы их оживляли. Там продажи шли просто бешеные, да, но фидбэки были там 57% положительных, вот, поэтому я не думаю, что он влияет так. Вы говорили о фидбэке с покупателем, то есть это нужно делать или нет? Да, и теперь возврата к самим фидбэкам. Получение фидбэка я советую вам ставить первым, всегда первым, потому что ответная реакция важна. После ответной реакции покупателя я могу написать ему письмо с предложением на следующую покупку. Или там другими там предложениями, какими-то интересными предложениями. Это первое. Второе. Я отвечаю, вот как я отвечал на фидбэках, я отвечаю не больше, чем из 10 2-3 штуки, чтобы на 2-3 фидбэка, на таких длинных и подробных. Чтобы когда человек зашел, он видит, что я общаюсь. Не более того, не нужно отвечать на каждый. Просто на такие более-менее объективные. И я не трачу время на фидбэки вообще, в том смысле, что я не стараюсь их получить. Я делаю просто качественные продажи, за которых я получаю фидбэки. Но есть аппликейшены, которые помогают вам автоматизировать этот процесс на eBay. Сейчас мы покажем. Можно сразу вопрос? Скажите, а на eBay фидбэки есть на товар, есть на продавца, или то они... Есть и на товар, и на продавца. Вы даже, мало того, что вы фидбэк на товар, вы можете оставить, не покупая товар. А, на Амазоне. Да. Можно нагнать. Да, можно нагнать. А за это не... Нет. Ну, только если вы оставляете фидбэк на товар, то если кто-то еще подает такой же товар, у него тоже отображаются эти положительные бюллетени. Оставляете сразу на все товары, кто бы не продавал именно это. Так, мы остановились на фидбэках, да? Вот. И возвращаясь к этому, видите, есть еще есть момент очень, видите, не видно, какой товар продается. И это очень интересно, потому что ваши конкуренты также за вами следят по фидбэкам. И мы сейчас к этому вернемся, но вот задача фидбэка, чтобы получить вот этот плюсик, да? Если получился минус, вы должны это решать с покупателем и с eBay. Хорошо. По фидбэкам есть еще вопросы? Какой сервис? Прошу прощения, это меня... Ну, там просто отдельно разберем все плагины, если... Нет, вот они здесь есть. Application, да. Мы нажимаем вот Attach Feedback. Вот он у меня есть, да. Он делает... Сейчас, секунду. Он первое, что делает, он прикрепляет ваши положительные фидбэки к вашим листингам. Вот сюда, видите, интересно такой плагин. Платный. $32 в год. Следующий, для того, чтобы отсылать фидбэки автоматом, это было, есть Feedback Pro, тоже платный, они все практически платные. И он очень интересный, он может того, что фидбэки, он еще отсылает письма через короткое время. То есть как mail рассылка можно работать. Олег, а ты можешь проговорить, какие топ-10 этих сервисов стоит использовать, а какие топ-10 не стоит использовать? Вот эти все, которые вот назвал, первый Attach Feedback, да, и вот второй Feedback Pro. Все, остальные больше по фидбэкам не рекомендуется использовать. То есть один, получается, генерит, второй... Да, да. А есть какие-то плагины,
помимо прочих цены, там как-то рестейнер? Нет. Есть онлайн-калькуляторы, но это мы пока в другой момент. Мы говорим про фидбэки, поэтому вот так вот эти плагины можно использовать. Следующее мы разобрались. И теперь, да? Можно на фидбэки? Распространяет по сетям социальным, разбрасывает ваш товар. Так, и теперь возвращаемся уже на сам товар, на сам создание листинга. Вот вы уже все знаете, у вас все есть, и теперь осталось только продать товар. Но на самом деле продать товар — это не проблема. Продается все, но нужно найти товар, который будет продаваться. И это так называемые трендовые товары. Многие рассчитывают, что площадка eBay, у него там миллионы посещений, и ваш товар будет продаваться на улет. Вы ошибаетесь, потому что около миллиона листингов там только на самом eBay. То есть, чтобы не потеряться, нужно, во-первых, хорошее составить предложение, во-вторых, иметь товар, который в тренде. Как определить тренд? Это по Google Trends и внутри самого eBay. По Google Trends вы это делаете легко и непринужденно, я уверен, да? Но давайте тогда коснемся в первую очередь внутри eBay, потому что сама система eBay очень интересна в том, что она даст вам понимание сразу же. Ну, давайте возьмем какой-нибудь Crafts, да, ну, Art Supplies категорию и посмотрим, что она нам предлагает. Все, вот вам за 5 лет, в течение 5 лет вот такой был график. Сейчас она идет ни шалка, ни валка. Да? Видите, вот продажа начнется в ноябре. Хорошая. Мало того, что продажи в ноябре, вы если еще видите, по какой цене в основном идут продажи. Это по 20, меньше 20 долларов. Okay. Меньше того, что мало того, что вы узнаете, по какой цене, вы еще примерно узнаете, какой тип хорошо продается. Да? Какой тип, какой комбинации типов. Да? Вот здесь все это есть. Да, можно. Это Growls, Search and Guidance, и все это здесь есть. Кроме того, здесь можно вводить, например, запрос. Ну, давайте возьмем запрос pet. Собака, для собак, для животных кто-то продает? Ну, pet, то есть, можно просто pet. Неважно, да? Вот мы смотрим, ух ты, эта категория сейчас такая падает, да, на eBay. Но и нам интересна даже не сама категория, а сама ценовая. Видите, вот здесь до 100 долларов – это хорошая тема. Именно до 20 долларов товар так себе продается. А вот от 20 до 100 долларов – это та ниша, в которой нужно смотреть не только, как продается, но и под чем продается. Это очень важно. Вот примерно так это можно отследить. Теперь давайте возьмем Google Trends. Да, бесплатно. Вот когда мы подключили Seller Hub, это бесплатно. Но для клиентов иногда, которые об этом не знали, да, я им говорю платно. Чем Seller Hub Pro отличается просто? Там добавляется Seller Manager Pro. Там просто добавляется еще дополнительный. Так, переходим. И мы видим анализ трендов. Сразу у нас что делает? Это, в принципе, что интересует в сегодняшний момент американцев. Вот здесь, видите, я отметил, Соединенные Штаты. Здесь нужно выбрать страну. Я выбрал уже по умолчанию, не, даже не я, оно здесь уже и было. Я думал, что это мой компьютер. Вот, и здесь изначально Mother Days, да, очень интересные темы. Но мало того, что тема интересна, тут еще видите, по каким штатам эти интересы. И слова какие интересны, дальше футбол интересен. И вот здесь мы можем уже посмотреть. Но нас интересует, например, Pet Toys. Нажимаем и получаем. Да.
не хочет. Ну, короче, вы поняли смысл этого сервиса? Да. Да, и вот здесь можно будет выбрать и посмотреть, в принципе, то же самое, как на eBay. И по цене, и по... Вот так можно подобрать. Но есть очень важно. Разделение – это категория товаров и сам товар. Иногда в категории товаров, она, категория товаров, например, Pet Supplies, она может вообще популярна, там гореть, все продаваться. А вот определенный товар может не продаваться. Поэтому нужно смотреть трендовый товар, сначала определять трендовую категорию, а потом, насколько этот товар продается в этой категории хорошо. По тому же запросу, только, например, уточнять этот запрос. Хорошо. И теперь давайте мы нашли товар, мы решили производить игрушки для собак. Да, игрушки для собак, которые можно самим кушать. И переходим. У меня дети так и есть. Они так купили эту косточку для собаки. И потом мы отбирали у них эту косточку. Вот. И возвращаемся к созданию листингов. Создание. Активненько по листингам пройдемся. Да. Create listings. И начинается самое интересное. Здесь на самом деле не важно, что вы введете. Да, можно UPS, название, ну, мы берем PET, то есть, опять же, наше любимое. И мы видим, что она предлагает. Мы можем просто нажать, можем выбрать, здесь не имеет значения. Мы просто набираем Get Started. И она предлагает вот тот, который товар у меня уже стоял. И мы, окей, продолжим. А вы также прикрепляете с листингом? Нет, это отдельный листинг. Создаете свои товары? Да. Нет такого понятия, как создавать, прикрепляться к листингам на eBay нету. Так, давайте сделаем по-другому. Сейчас, секунду, еще раз. Это, то есть, вот, и, ух, какой, даже такое есть. Я не только видела. Окей, и get started. Не хочет, он меня все хочет сразу с этого, ну ладно. И здесь следующее, что мы делаем, это тайтл. Интересная вещь, это тайтл. Если вы нашли хороший товар или производите хороший товар, это не факт, что вы его продадите, если у вас тайтл подобран неправильно. Что значит неправильно? Это не так, как ищут ваши покупатели. Как искать правильно? Идем на Seller Center. Это центр именно для продавцов. Здесь вы можете найти все, что в душе угодно про продавцов, в том числе и eBay Open. И здесь вводим, например, pet. Ух ты, уже выпадает. То есть. И вот так ищут ваши продавцы. Например, мы решили for dogs или более конкретные товары. Например, Чарминг, окей, Чарминг, а нет, Pet Toys и ошейник не проходят. Ну, например, Pet Toys Birds, хорошо, Birds. И мы видим, что вот так ищут, видите, вот так ищут ваш покупатель. И тогда вы можете это взять заголовок и использовать его для оформления. Для, так может, подберем второе ключевое слово, например, у нас четко знаем, что у нас мячик, ball. Да, и pet, да. И здесь мы можем, видите, подобрать себе. Уже вот из этих заголовков подобрать тот товар, который подходит, те заголовки, которые подходят под наш товар. И вот этими заголовками можно играться. Если вы думаете, что вы нашли правильные заголовки и они будут работать, нет. И нужно переставить сначала один запрос вперед, потом назад. И вот ими все время манипулировать, посмотреть, по какому запросу больше всего просмотров. Не обязательно. Сейчас мы вернемся к этому, сейчас покажу. Вот таким образом. Теперь мы возвращаемся к листингу, и вы все видите, что у нас здесь без запятых, без знаков препинания, без ничего. Хотя, если у меня еще 21 знак свободных, я могу вставить какую-нибудь графическую форму.
это, ну, вот такое красивое, да, но запятой она не видна, она не, непонятна для чего, это просто лишний знак. Но если у меня достаточно знаков, я лучше использую это. Второе, каждое слово начинается с большой буквы, кроме, например, есть такие, как LED, да, это аббревиатура, либо название бренда, я могу ввести вот таким образом все. Но если вы все так ведете большими, то у вас это будет проблема с аккаунтом. Вот таким образом. Кроме того, вы можете заиметь, выделить тайтл, будет у вас черным гореть. Вы знаете, выделенный тайтл, но это будет стоить вам $6. Ничего. Просто $6. Он просто выделяет там у всех такие серийки, вот там будет черный. На каждый месяц. На каждый месяц $6. На каждый товар. На каждый товар. Да, субтайтл. Вот здесь это более интересная тема. Например, если у вас длинная заголовок, у вас не поместились слова, и вам маржа позволяет, да, вот здесь можно ввести ключевые слова также. Также можно ввести какие-нибудь сервисные вещи. Custom Label. Custom Label, Label это для вашего внутреннего учета. Это нигде не отображается. Вы, например, номер как для 1С используете, чтобы регистрировать товар. Да, вопрос, пожалуйста. Там сабтайтл написано $3. Это дополнительно или... Дополнительно. Все, что вы видите, 3 в скобках, это плюс. Custom Label, это как артикул у нас. Нет. Как наш внутренний артикул. Да, артикул. И еще, обязательно каждое слово с большим словом? Да, обязательно. Это читабельно. Это читабельно? Да, это просто читабельно, чтобы человек, она размазывается. Когда много списков, вот заголовков, да, идет, поиск выпадает, и там, где маленькая буква, вам нужно присматриваться. Поэтому не шаблон, а такое не правило, а рекомендации, да, каждое слово с большой буквы. Скажите, а те слова, которые стоят в начале, они индексируются лучше, чем те, которые в конце, или все равно по строке? Лучше индексируются слова, которые есть по запросу, основные запросы. Например, pet toys – это основной его запрос. Вот это будет индексироваться лучше. Если… Я про это и говорю, что в первую очередь эти индексируются. Чтобы она была менее высокочастотной, добавляется другой запрос рядышком. Да? И вот поэтому я говорю, что их нужно все время менять местами. Попробовать именно в этой категории, у каждого свой запрос будет. Следующее, second category, это тоже деньги. Еще 30 центов. У меня есть магазин, поэтому у меня это дополнительный бонус. Я могу выбрать категории магазинов. Фотографии. Здесь должно быть минимум 12 фотографий. 12 фотографий вообще не проблема получить. Если у вас есть свой товар, нащелкать их не проблема. Но я понимаю, что качество и все остальное, но здесь важно другое. Я вам скажу такую небольшую крамолу, то, что желательно вот сюда вставлять фотографии описания вашего товара. Как фотографии? Да, как фотографии. Зачем? Нет. Как фотографию нет? А что это дает? Давайте я скажу на такой момент, который на eBay заходит сейчас около от 40 до 60% с мобильного устройства. И в первую очередь, что они видят, это фотографии. И максимальное количество принятых решений, вот надо человеку дать максимально короткое время, чтобы он принял решение купить этот товар. И поэтому, да, он пролистал, посмотрел, вот суперчик. Соответственно, это понижает рейтинг. Да. Совершенно верно, второй фактор. Следующий. Вот здесь начинается item specific. Здесь нужно она может автоматом подтянуться, вот она у меня уже здесь есть, да? Вот она. Но можно здесь сделать это и вручную, просто добавить. Я вам советую сюда добавить все, что касается вашего сервиса. Максимально сервис – это дату отправки, сроки отправки, сроки доставки, опять же, если какие-то есть нюансы, кастомизация, все сюда добавить. У вас должен быть этот специфик вот такой, не лучше такой, только она разбивается по длине. То есть, чем больше, тем лучше. Почему? Тот же процесс, момент мобилизации. Человек заходит, он видит тайтл, фото и специфик. А
и уже потом может перелистать, дойти до описания. И ваша задача, чтобы быстрее он купил. Описание. Здесь самое интересное. Вы можете заказать на Upwork, на и на других сайтах описание, но все они будут брать их вот здесь. Вот на этих сервисах. DSM Tool. Я сколько дел пробовал, тестировал, и говорю, сколько стоит один листинг? Он говорит, $25. Говорю, ну хорошо, какой формат, хоть покажи он раз мне от этого сервиса. И так три раза. DSM Tools. Это сервис для продажи по дропшиппингу. Дропшиппингу. Он вам не нужно ничего, кроме отсюда как сервис, как шаблон взять. Да, как шаблон для описания. Ну, возьмем любой товар. Давайте сумочку. И берем Асин. Вот он здесь. Видите, Асин это вот здесь. Номер этого. И вставляем в дропшип. Rabbit Lister. Опа, выбросил. Есть какая-то возможность сейчас ставить вместо фотографии гифку или анимацию? Или нет, не, запрещено. Запрещено. Нет, в описании можно. Нельзя вставить, оно все равно не будет как гифка идти. Сейчас, секунду. Так, ладно, еще я опять бегал на паузу. Кто пользовался чат-ботами? Укрпочтой. Так мало людей пользовались чат-ботами, вы что? Они очень общительные, они любят общаться, они научились наконец-то общаться. То есть у нас есть чат-бот в Вайбере, в Телеграме, в Фейсбуке. Я пользуюсь, например, чат-ботом Телеграма. Чат-бот умеет делать следующие вещи. То есть вам мобильное приложение нужно устанавливать, и когда вы часто им пользуетесь, оно занимает определенное место. А если просто нужно трекать посылки время от времени, то чат-бот просто в Фейсбуке, в мессенджере добавляете чат-бот, либо в Телеграме. И вот мне нужно, там, кто-то из вас пишет, допустим, о посылке какой-то проблеме. Первое, что я делаю, я сама иду в чат-бот, пишу в чат-бот ваш трекинг номер. Мне высылает, чат-бот высылает текущий статус посылки, где она находится, и что самое полезное он делает, он предлагает мне подписаться на обновление. Вот если я, у меня много там за все эти разные запросы, я ставлю кнопочку ОК, и мне, когда посылочка трекнула в другом статусе, появляется новый статус, уж уведомление мне приходит самостоятельно, что моя посылка двигается дальше на пути к своему получателю. Чат-бот, кроме этого, кроме посылки, умеет рассчитывать тариф, вы ему там задаете вопросы, он вам, ну, то есть он задает вам вопросы, вы на них отвечаете, в конечном счете вы получаете правильный тариф. И то, что мне нравится, он с отделениями умеет работать. То есть вы ставите галочку «хочу найти отделение», где-то на каком-то городе Киеве потерялись, идете не на ваше любимое отделение, и я ставлю, открываю галочку «геолокация», GPS ловит, где я нахожусь в данную минуту времени, он ловит три ближайших открытых отделения Укрпочты, выдает вам предложение, куда подойти с графиком работы. Я напомню, что мы изменили перед декабрем месяцем, мы изменили график работы, сейчас практически в крупных городах 2000 отделений работают до 8, до 9 часов вечера. Есть даже 12 отделений в Украине, которые работают круглые сутки, 24 часа в сутки. Ну, если вы пришли в 3 часа ночи, может быть и медленно. А там есть комментарии? Если у меня несколько посылок, я пишу трек-номера. Да, там есть, можно загрузить, по-моему, я не помню, то ли 10, то ли 30 трекинг номеров, то есть список подгрузить в чат-бот. И название. Да, и можно еще сделать, вот это тоже чат-бот научился делать, можно назвать посылочку каким-то именем, например, там, не знаю, платье розовое в горошек. И вот вам будут приходить, значит... Раньше не было, вы раньше просто сошел. Да, ну, как бы чат-бот тоже взрослеет, понимаете? Заходите в мессенджер, в Facebook мессенджер и пишите чат-бот Укрпошта. Видите, ключевой момент, вам везде нужно, во всех наших официальных, все называют люди, ну, там, Укрпочта, Укрпочта, да? И есть очень много созданных всяких левых групп, которые были созданы еще давным-давно, но их просто, ну, мы не можем их, например, удалить, потому что мы не авторы этих групп. То есть группы, которые не наши официальные. Нам нужно, там, где всегда написано Укрпочта, и снова нашим логотипом в виде желтого пина.
Вот это все официальные группы. Потому что каждый раз, когда я прихожу на любое мероприятие, мне говорят, ваша служба поддержки не отвечает, я спрашиваю, на какую группу вы писали, и они напишут, там, Укрпочта Лайк. Да, понятно, что эта группа полтора года вообще никому не отвечает, там уже, наверное, администраторы не в живых. Ну, просто там все пишут и пишут. Нашел, наверное, да? Да, все работает. И мы вводим вот сюда, либо ASIN, либо ссылку, на самом деле не важно. И выбираем eBay.com, тут можно видеть на все eBay, в том числе и Индию. И выбираем темплейт. Ну, давайте выберем сердечко. И нажимаем импорт. Так, с Амазона и вот этих. Но нам нужен, на самом деле, как бы, мы можем такой же товар подобрать, либо похожий, да, и нам просто нужен темплейт отсюда взять. Бесплатный. А вот этот бесплатный, 50 листингов бесплатный, вы можете... Если с товаром вы ищете похожий... Да, да. Это не... Это вот... А если вы покупаете список, какие есть лимиты, да, мытные, таможенные? Подождите, ну вы просто следующую рекламную паузу. Смотрите, мы уже сегодня заготовили список следующей рекламной паузы. Смотрите, если зайти на главный сайт Укрпочты, сразу будет кнопка «Международная доставка». Кликаем кнопочку «Международная доставка». Там есть лендинг-пейдж, где расписана вся информация, которая есть в Укрпочте, она находится по международной доставке, находится в одном месте, в одном этом формате. Там везде ссылочки, что окружается как дополнительный список. Так вот, там есть список внизу, там, что, как скорый статус вызова, это я 1, 2, 3, 4, 5. Вот, по-моему, на третьем номере есть особенности мытного оформления. Вот вы кликаете на особенности мытного оформления, появляются три кнопки. Вам импорт, экспорт или вам просто додатковая информация. В додатковую информацию заходите, и там список на 200 стран. Мы с девочками сделали такой список, вы его загружаете, любая страна, таможенные данные, которые по лимитам работают. Я напомню, что практически во всех цивилизованных странах мира, кроме, например, Белоруссии, нормальные таможенные лимиты. Потому что в Белоруссии, допустим, они в прошлом году ввели 22 евро за месяц. То есть, если в Европейском Союзе 22 евро, если юрлицо на физлицо отправляет, если физлицо физлицу 45 евро. Как пишем как подарок, вообще прекрасно. Но белорусы, например, 22 за месяц. Поэтому у них такие, ну, вообще просто... Наша волынская дирекция Укрпочты радуется. Потому что все белорусы открывают абонентские ящики на волынском блокпочтампе и на электричке приезжают забирать свои заказы с Алиэкспресса. Ну, правда. Соответственно, там все лимиты, вы можете их прописать, посмотреть, где есть лимит. Австралия хороший лимит, высокий. Очень много, кстати, отправляют. США 800 долларов. Только Европейский Союз маленький лимит. Ну вот здесь у нас, видите, появился вот такой шаблон, который мы можем редактировать. Вот первое, что мы можем отредактировать, это закрутить, ничего не нужно, фотографии здесь ничего не делаем. Мы можем именно здесь использовать только описание и вставить сюда свою фотографию. Ее можно здесь изменить правой кнопкой Image, да, и вставить именно ссылку. Здесь нельзя загрузить сюда фотографию. Где можно взять ссылку? Вы загружаете на eBay фотографию, вот сюда, нажимаете на нее и берете ссылочку. Да, и ставите ее потом сюда. Все, теперь у нас будет. И сюда же вам советую вот вместо тайтлов ключевые слова. Все, видите, у нас уже готово. Тайтл мы тоже сюда вводим название нашего продукта, смотрим, mobile контент убираем, смотрим, чтобы все эти пайменты, шиппинги, все были хорошо прописаны, чтобы у вас не было вопросов особенно по возвратам и особенно по доставке. И потом идем в View и берем код. Копируем его, Ctrl-A, Ctrl-C. И оп, вставляем. Все, готово. Он так некрасиво выглядит. Кому нужно потом 5 долларов?
на порт идете, регистрируйтесь. И индусы так это и делают. Вот, и все, у вас готовый темплейт. Видите, вы мало того, что изготовили, вы можете тут же его отредактировать тут же, опять же, да? Но этого мало. Вот здесь есть Mobile Friendly. Что это Mobile Friendly? Здесь проверяют Active Content, это JavaScript, все, что запрещено в принципе. Ну и плюс, как он выглядит. Видите, как он некрасиво здесь. И мы можем его фикс исправить. Тоже некрасиво. Это фотография, мы можем просто ее уменьшить здесь. Да, там, сделать ее меньше по размерам. Второе, здесь на самом деле больше, это он так выглядит для мобильных телефонов. Второе, что интересно, это Active Content, который очень отрицательно воспринимается. И внешние ссылки тоже отрицательно воспринимаются. Все, этот товар готовый, вы еще отработаете, потому что очень большая фотография, немножко меньше по размерам, и она будет хорошо работать для мобильного телефона. Все, у нас готово описание. Буквально 5 минут, да, если у вас все готово. И вот здесь начинается самое интересное, что мы можем выбрать Action Style, то есть аукцион, либо Fixed Price. Аукцион я вам советую использовать для... Так и советую использовать. Во-первых, на ваш... Вы не знаете, сколько стоит это раз, а вдруг вы продадите не за 100 долларов, а за 1500. Да, у меня некоторые вещи так и продавались. И я думал, что они стоят 5 копеек, а продал за 15. Вот. Поэтому здесь очень важно тестировать с помощью аукционов интерес, не цену на самом деле. Если у вас есть товар, вы можете протестировать интерес. Но одна особенность. Если кто-то выиграл аукцион, вы должны обязательно отправить ему, даже если это он за копейки заплатил. Вот такая часть интереса. На повышение или на понижение? На повышение. Да, пожалуйста. Да. Да. Вот я сейчас выберу 10. А все, что больше 5 дней, это за деньги. До 5 дней бесплатно. А от зависимости от цены товара. То есть мы за аукцион платим деньги? Да, больше 5 дней. Сколько мы платим? Ну, сейчас посмотрим. Или наоборот, да, сейчас посмотрим. Я аукционы выставляю больше, не меньше, чем 7 дней. Я, да, ну, совершенно верно, правильно говорит. Когда у вас больше, меньше 5 дней, 3 дня и 1, за это деньги берут. Когда у вас 5 и больше, это не берут деньги, прошу прощения, да. И вот здесь я всегда выставляю 7 дней. Да, неделя. Потому что протестировать товар в течение 3 дней, это он пока выйдет, но раз и просил, да, чтобы интересно было. В течение 7 дней вполне нормально. Сколько он стоит? Например, я вам советую ставить Buy and Now Price, не вообще не ставить, да, Starting Price только. Почему? Потому что он вашу комиссию, вы, например, решили продать его за 100 долларов, да, и он вашу комиссию снимет после продажи со 100 долларов. Ну, то есть там очень такие моменты важные. Или резерв прайс, да, там, например, за резервную цену вы тоже заплатите, если вы указали, что не ниже этой резервной цены мы можем продать. Поэтому для того, чтобы протестировать, достаточно стартовой цены 0,99 долларов. И что вы видите, один можно выставить только одну штучку, да, не больше того. Но если вы захотите продать по фикс прайсу, мы здесь отмечаем Guard and Cancel. Тогда это будет автоматически перевыставляться каждый месяц. Вам не нужно, если у вас 30 дней, он у вас пропадет просто. Раз, и через 30 дней он end, законченный. Или не проданный. И за каждый этот листинг 30 центов, да? Месяц закончился, да, да. Первые 50 бесплатно. А 30? Можно отдавать реферальную ссылку кому-то, чтобы собирать следующие 50 бесплатно? Нет. Как на Etsy? Нет, такого нету. И вот здесь есть еще, можно отсылать это по датам. Датам это стоит 10 центов. Ну, я вам советую самостоятельно, потому что 10, ну, еще 10 центов. Если вам маржа позволяет, пожалуйста, но в принципе это лишние деньги. Buy to now price. Вы ставите свою цену, и вот здесь то, что вы говорили, best offer, например, у вас стоит 100 долларов, и вы best price. Если вы оставите 100 долларов, вот пустые, вот эти заполненные, вам может предлагать и за 10 долларов, и за 5 долларов предложение будет приходить. И будет просто надоедать. Поэтому важно здесь проставить просто изначально какую-нибудь интересную цену, которая, например, 98 долларов, а здесь 97-99. Для чего это нужно? Для того, чтобы у вас был best offer, это еще один канал трафика. То есть, опять же, вы можете привлекать к себе через этот трафик
через этот канал дополнительных своих покупателей. Так, следующее. Приват-листинг. Это то, что я вам говорил, когда вы эту галочку ставите, есть фидбэк, но нет на какой товар фидбэк, чтобы скрыть от конкурентов. Sales tax. Это для тех, кто живет в Америке или зарегистрирован в Америке для налоговой. И вот то, что мы с вами делали, видите, payment policies, shipping policies и return policies. Почему я говорил, что важно, чтобы вы отмечали, было понятно? Потому что когда вы выбираете из списка, вот не один, прошу прощения, вот тут два, да, и я должен понимать, откуда эти все вот эти выпадают. Если у вас будут какие-то непонятные названия полис нейма, то вы, скорее всего, будете путаться и будете искать, тратить на это время. Package, which and dimension. Which and dimension. То есть это размер не товара, внимание, а упаковки. Это важно, чтобы многие пишут размер товара. Нет, упаковки и вес вместе с упаковкой. Самая оптимальная отправка это до 16 унций, до 1 фунта. И item location. Вы можете ставить Украина, где находится ваше нахождение вашего товара. Физ – это если, например, я поставлю сюда $6, уже 4, видите, подешевело. $4. Я вам скажу, почему сейчас, да. Или, потому что, как только я начинаю редактировать листинг, это вот такой у них замануха. Как только человек новый заходит, он и сразу же публикует листинг. С него берется $6. Если я делаю это драфт, как черновик, с меня берется $4. Еще какие-то варианты? Пока нет. Что-что? Закрывать? Да-да, рекомендую, обязательно. Да, потому что это ваши конкуренты. Они вас же потом и будут вам забирать ваш трафик. А ему все равно. Ему все равно, он увидел свое имя и хорошо. Ну, по крайней мере, есть товар, например, для взрослых. Они не хотят, чтобы ставить. Да, там люди, которые товар для взрослых подают. Или еще какой-то специфичный товар, который не хотят отзывов. Но, в принципе, стандартно это приват-листинг. Все, и вот видите, у вас получилось фич. То есть $4, $2 вы мне сэкономили. Но я это специально вам открыл его, да, и дошел до конца. И когда мы, поэтому я, когда вы дошли до конца, я вам советую опять подняться вверх и проверить, все ли вы правильно это сделали. Да, все правильно, окей. И вот здесь у нас открывается еще один очень интересный момент. Create variations, то есть вариации. При создании листинга у вас она будет доступна. При редактировании листинга, когда он уже будет на eBay, у вас это уже будет вариации недоступны. То есть, если мне надо добавить цвет, то я делаю новый листинг? Да. А что там? Там уже какая-то новая? Красного? Да, красного, по размерам, по цвету, вариации различные. Материал, да, все это можно делать. Но если вы уже его опубликовали, то можно, вариации вы уже не сможете сделать. Есть еще очень интересный трафик, это юзет товаров. eBay, опять же, это гаражные распродажи, и я вам советую, например, винтажные вещи, которые вы продаете, это как даже новые, да, вот винтажные вещи, попробовать протестировать трафик винта, юзер. Но при этом вы должны указать like is like it new, как новый. И это очень хорошее именно для винтажных таких дизайнерских вещей, протестить его. Все, по листингу мы здесь. Тайтл, категории, дополнительные. Есть еще одна тоже момент, который здесь можно добавить и денег потратить. Это дополнительные категории. Но они доступны только если у вас есть new. Да. А где упаковки вы рекомендуете обозначать? Да, я только что. Да, если вы отсылаете. Не если вы отсылаете с Украины, вы лейбл, например, можете создать на eBay, на самом деле, да? Если я, но это будет стоить денег, чуть больше. Но если вы создаете лейбл на, вот с Украины, вам стоит меньше, но все равно при, например, при возвратах, когда это будет происходить, да, вам это будет учитываться размер и вес этого товара. Где показывается стоимость?
Здесь не показывается. Здесь показывается shipping policies. Вот он, да? И вот здесь вы смотрите. Да, шиппинг, ваша вся доставка, которая есть. Ну, здесь у меня дикая доставка, да? Мы поставим, например, вот так. И я могу поменять ее. Видите, сразу меняется. И я также могу поменять. И здесь все ваши, те, которые средства, мы, вот видите, проставляли. Вы можете их посмотреть, можете создать новый, как удобно. Все, наш листинг готов, можем опубликовать. Вопросы по созданию листика есть? Да, по аукциону скажите. Да. Можно с любой цифры начинать, 99 центов, или можно из 50. Чем дороже будете начинать, тем больше с вас будет сниматься, у вас будет фи в конце. Сейчас вам покажу. Не, бесплатно. Это если меньше 5 дней платно. То есть, если даже поставлю $50, но поставлю 7 дней, то это бесплатно. Сейчас поставлю, да. Вот, например, я поставил $10, да, и, соответственно, у меня 0,50 центов, видите? Если я поставил $0.99, а вы рекомендуете, если... Сейчас, секунду. Если $0.99, 25 центов. Скажите, пожалуйста, а можно вкладывать стоимость отправки? Да, конечно. Если вас позволяет маржа, это одна из вариантов. Чтобы была бесплатная доставка, которая, то есть стоимость товара включена в доставку, и платная доставка. Но я вам скажу сразу, американцы любят платить за иностранную, за international доставку. А почему любят? Потому что у них просыпается уверенность. Если они заплатили за доставку, значит они у них вероятность того, что ее получат, больше, чем бесплатная доставка. Вы можете это делать, но international иначе по-другому работает. Внутри США она может работать хорошо, вне США так плохо работает. Стоимость, она же комиссия не облагается, либо правильно? Что? Стоимость отправки. Нет. Вы сами устанавливаете цену доставки. Нет. Это сразу влить, когда человек вам платит деньги на PayPal, у вас стоимость доставки и стоимость товара падает вам на PayPal. Суммируется. Да, суммируется. И с этой суммы снимается, кстати, фи eBay. Со стоимости отправки тоже снимается? Да, да, вместе. А вот по доставке, когда мы отправляем, предположим, из Украины в Укрпочту, у нас так показано, что товар находится в Украине, какой мы выставляем способ доставки в США? Смотрите, я прокомментирую. Вы выставляете, что вы делаете отправку из Украины, и вы идете на Укрпочту, и там выбираете способ доставки. То есть фактически вы должны выбрать доставку авиапутем, либо комбинированную. То есть, на сайте Укрпочты висит фактически средние сроки доставки, о том, о чем я говорила, их можно скачать. И вы увидите, что на США мы используем путь, который достаточно длинный. Поэтому на США из моей практики 97% выбирают способ доставки авиадоставки. Он отличается от комбинированного совсем там на относительно немного. Можно сказать здесь, какой способ? USPS вы тут указываете. Вот на видите? Вот здесь, International. Да, вы просто, вот этот второй, который Mail International, просто указываете, и все. И вам автоматом оно приходит туда, и обрабатывается таможней из США, а дальше доставляется уже до вашего получателя. Спасибо. Подскажите, пожалуйста, а какие фишки можно использовать для максимальной приятности товара? То есть мы уже знаем, что это аукцион, наверное, привлекает внимание. Да, давайте с листингами. Продвижение товара мы закончим. С листингом закончим. Вот, поэтому мы здесь аукцион мы оставляем fixed price и gotten and canceled. И, соответственно, у нас здесь все поменяется. Так, убираем. И вы можете после того, как листинг, вы, например, решили не публиковать его, а вы решили сохранить и, в принципе, просто отложить его публикацию. И легко это заносится в драфт. Вот здесь у вас листинг, драфт, и здесь они у вас здесь все есть, эти листинги. Вы можете их активировать. Вот небольшой, опять же, лайфхак. Если у вас 10 лимитов за все использованы, я вам советую еще в черновики набросать. Для того, чтобы когда eBay смотрит, у вас в черновиках есть запасы, соответственно, он даст вам больше вероятности, что запас.
Итак, у нас появился такой, уже товар появился, и давайте возьмем такую реальность, что сколько у вас товаров, линейка товаров? Вот сколько количество товара у вас отправки с Украины? Каждого отправок? Да. Ну не отправок, а сколько товаров, вот айтемов, сколько у вас? Одного. Ассортимент? 200. Один. 200 это отлично. Вот 1, 5, 10, 15 это стандартная стоимость. Если у вас будет ассортимент больше, меньше 50, ваш товар будет очень плохо продаваться. По той простой причине, что не интересен ваш, ну, количество товаров, не интересен ни eBay, ни вашим покупателям. У него нет, не имеет значения. У него нет выбора. Кроме вашего товара, на вашем аккаунте больше нет выбора. eBay это неинтересно, и он просаживает ваши выдачи. Что я рекомендую? Я вам рекомендую разбавить товары, которые не только вариантами, например, сопутствующими товарами брать из той же Украины, например, у вас handmade, мы уже об этом говорили, у вас там кошельки, например, да, и то, что, например, чистить кошельки. Все, что касается вот вашей темы, можно также насытить, чтобы у вас было минимум 50 товаров. Это минимум. Я вам рекомендую для того, чтобы ваши продажи, кто вам говорит, что у меня три, например, три товара по 10 тысяч долларов, они не продаются. Почему не продаются, да? Потому что люди не могут выбрать товар на самом деле. Они, если вы дадите им 50 лодок и начинает цену 1000 и до 3000 долларов, тогда у них будет выбор. Это первое. Второе, что в первую очередь люди проверяют, покупатели не дорогой товар, а аксессуары, или как вы доставляете по мелочи. Вот, они вот такие хитрые. Да? Они пытаются заказать у вас, у них есть уже какой-то товар, да? И они пытаются заказать что-то у вас, чтобы протестить вас как продавцов. Да, как продавцов. И это есть целый форум для покупателей, которые тестируют продавцов, потому что им интересно, например, о, отличная цена, я буду у себя в пикапе, в своем офлайн-магазине продавать его товар. Есть такие. Но я хочу протестировать, какой продавец. И начинает по мелочам, потому что смысл мне покупать дорогой, тем более с нулевыми отзывами. Хорошо. Поэтому мы первое, что делаем, забиваем ассортимент, сформируем ассортимент. Но обязательно я вам рекомендую формировать нишевый ассортимент. Что значит нишевый? Я не советую вам брать перчатки и только перчатки. Нет, условно говоря, да, перчатки, шнурочки, все, что касается аксессуарики, если вы занимаетесь. Да, вот чем не нужно, например, перчатки и что-нибудь такое специфичное, да, там, например, против тараканов, да, штука такая, да, это не очень хорошо для выдачи, но в принципе формировать нишу нужно из, не только из одной категории, но и из смежных категорий. Чтобы, как вы думаете, вот, что будет интересно вам, как покупателю, который заходит покупать ваш товар? Потом вы можете спросить либо товарища, либо в принципе людей, которые живут в Америке, посмотри мой магазин, что бы ты из него купил? Я ничего бы не купил, там 5 штук всего, что ты где покупать? Вот, поэтому здесь важно сформировать интерес именно с смежных категорий или категории, если она позволяет в этом. Следующее, что мы делаем, уже сформировали 50 листингов, и следующие листинги у нас платные. 30 центов. Нам не жалко 30 центов, но смысл нам тратить, например, на следующие 50 листингов или там 10 листингов и 3 доллара платить за это. Это плюс. И каждый месяц, кстати, не один раз, а каждый месяц за перевыставление. Поэтому я вам рекомендую подписку на магазин. В принципе, если у вас даже 20 товаров, ну 30 товаров, я вам рекомендую, потому что не только по лимитам, потому что магазин дает возможности продвигать ваши товары внутри eBay, так называемый внутренний трафик. Где его брать, этот магазин? Магазин берется в подписках. Вот они, subscription, да. И вот здесь у меня уже есть подписка. Я могу, если у меня здесь нету подписки, сейчас я вам покажу аккаунт, где можно взять его. Не аккаунт, а стоимость. Мы заходим на Seller Central и subscription fees. Вот оно. И вот у нас есть несколько видов магазинов. Стартер, она, кстати, недавно изменилась, там поменялись цены и форматы.
И самый дешевый магазин это 21.95. Не смотрите на 4.95, потому что это такое замануха, потом от нее не отвертитесь. Да, это в месяц написано, видите, 4.95 в месяц. Я вам советую, если брать, то базовый. Почему базовый? Потому что там, во-первых, лимиты, а во-вторых, и на месяц. Есть на год, а есть на месяц. Да, вот то, что вы видите большое, да, и тут написано change to monthly. Если вы сейчас захотите его купить, нажмете, то вы сразу у вас счет придет потом за год. Я вам советую сначала на месяц брать, да, вот здесь поменять и брать на месяц. И, соответственно, здесь вот есть описание Basics, что у вас дается. И чтобы продемонстрировать, у нас есть здесь уже подписка на сам магазин. У нас есть маркетинг и стор, магазин. Магазин может, в принципе, видите, у меня аккаунт назывался один. Я для примера, опять же, так нехорошо, но для примера, как учебного примера, я могу показать вам, что он может быть намного многообразен. Да, вот у нас Prime Royce это логотип, тут Prime Royce, а тут а маркет называется Viva Market. Это разрешается. Вы можете формировать интерес своему магазину как угодно, кроме сцен насилия. Следующее, что делается, у вас также доступ к магазину есть и ваших. Это сейчас, секунду. Manage Store. Нажимаете. И здесь вы можете его настраивать. Store и Categories – это то, что вам категории магазинов. Но самое интересное, что вы тут можете настроить сам магазин именно из этой вещи. То есть назвать его как угодно, как угодно. Опять же, только без ругани. Второй логотип. И вот сюда я написал «With love for you», но сюда вы можете очень включить максимальное количество полезных ключевых слов. Это также будет по выдаче. Следующее, что я вам рекомендую, вот здесь, видите, есть плюсики. Это значит поставить сюда все товары, которые хотите, чтобы они были вверху. Следующее. Они будут добавляться, каждый новый листинг будет сюда добавляться. Следующее, листинг. Как будут сортироваться листинги? Давайте представим, что я средний американец, у которого $50 в кармане, и мне интересен не сам товар, да, примерный товар, а у меня есть $50, хочу что-то купить. Вот так примерно так они решают. Как вы думаете, как нужно отсортировать? Да, по ценам. По ценам. По прибыльности можно, конечно, но многие начинают формировать по популярности товара. Я не рекомендую, но так продается. Следующее, есть еще отображение галереи и лист. Лист это когда вот так, а галерея это когда красиво. Сейчас я найду его. Нет, ну может, прошу прощения, но для старта может. Да, чтобы у него был удобно, обзор достаточно удобный. Но если кому-то, кто привык по списку, он может это делать и по списку. Сейчас я зайду вот здесь. И, соответственно, мы видим, видите, вот это вот как галерея. Тут написано Love is First. Он тут же может поменять. Вот, он может поменять здесь настройки, List View. И если у вас аккаунт, он может выбрать Buy Now, отсортировать. Вот примерно вот такие настройки должны присутствовать при настройках. Да? Тут мы можем еще один момент выбрать. У меня выбраны B-Categories. Но я могу выбрать Category Stores и набить ключевыми словами именно эти категории. Это дополнительный трафик для моих товаров. Я сейчас покажу, где это включается. Для старта и B-Categories сначала. Потом, когда у вас набьется количество товаров определенно, вы точно будете знать, тогда вы чтобы отсортируете. Потому что, когда вы добавляете, вы на самом деле там... Ну, очень сложно сортировать. Поэтому лучше сначала eBay Categories, а потом можно будет добавить вот такие категории, видите? И сюда их потом заносить при создании листинга, вы видели, да, там есть Store Code Categories, и туда вносить минимум два. Первый это может быть, не минимум, а два штуки, например, это Wallet и Craft, например, вполне возможно, то, что он будет, чтобы он был и там, и там.
Что интересно, вот здесь есть Search Engine, вот то, что я вам говорил. Тогда можно здесь, видите, ключевиков набросали сколько. Это ключевые слова, по которым вас также ищут на eBay, через магазин уже. Так, с магазина все. Что можно еще по настройкам магазина? Что можно еще взять в магазине? В магазине можно взять на самом деле больше. Маркетинг – это есть промоушен, это скидки вы можете делать. Видите, codeless, sell, even, то есть скидки – это перечеркнутая цена. Дальше вы можете формировать такую, что два товара покупаете, пятый товар там со скидкой. Или два товара покупаете, третий товар там fast shipping, быстрая доставка, либо бесплатная доставка. Третий order discount, например, вы можете, он получает этот… на заказ, сейчас мы это больше пройдем, вот на order discount. И здесь вы можете выбрать категории, и, например, он выбрал на сумму $10, вот, он сохраняет $10 при том, что он вложил $50, ему $10 возвращается. То есть вот здесь достаточно много таких моментов, но я вам скажу честно, для старта вам нужно только одно, вот это, Markdown, перечеркнутая цена. Она очень хорошо работает. Все остальные, они работают более-менее, ну так, шалко-валко. Ну и следующий, что интересно, это Promoted Listed. Что это такое? Это реклама. О, уже 4 продали. Реклама именно ваших товаров. Вы, наверное, видели на eBay Sponsored, да, такой надпись. И вот это и есть реклама ваших листингов. Вы создаете Create New Company, выбираем листинги, и вот у нас есть здесь товары, которые мы выбираем. Сейчас я скажу все, даже покажу. И 5 товаров выбрали, и определяем его сюда. И вот здесь у нас есть, смотрите, вам предлагают по каждому категории, здесь отдельные, вот здесь предлагают 8% после продажи, здесь предлагают 8,1%, здесь 10,2%, здесь 10%. Тоже и 2. И в целом, тут если вы нажмете, то сразу поставится здесь, вы видите, проставятся эти проценты. Сейчас я скажу. Проценты, которые вы заплатите после продажи. Вы сейчас не платите ничего. Вот если продался товар, с вас eBay снимет дополнительно вот эти доллары. Доллары или проценты? Доллары. Вот у меня сразу показано доллары. Да. Составляет $1.5. Да, да. За то, что они сделали рекламу. Нет, за то, что продался товар по их рекламе. А если без рекламы? То не снимается. Если продался, то не снимается. Да, она просто продвигается, товар Promoted Listed, он в категории он просто дается чуть выше, или он становится среди конкурентной цены. Есть еще очень важный момент. Многие не только по выдаче. Ну, потому что по выдаче вы можете взять ваш товар, например, стоит $25, а по выдаче у вас выдала конкурент $15. И кто купит? Конечно, купит за $15. Поэтому Promoted Listed еще дает ценовую категорию. Она обычно в аккаунте без подписки на этот магазин? Нет. Можно подписывать при покупке двух получки? Нет, только при подписке на магазин. Да. Не запрещено, просто нету такой функции. Можете, но это чаще всего вы запутаете себя и вашего. Просто я думаю, что вероятность того, что description он дочитает, будет намного меньше, чем будет. Да, description я вам не советую вообще что-то усложнять. Наоборот, что-то упрощнять. Потому что люди, которые читают с мобильного телефона, то, что говорили с компьютера, они так. И все. Если вы там поставите там 2+1, они, окей, я пропустил, извините, пожалуйста, и начинаются разборки. А потом он зайдет и, ох, я купил товар, а тут 2+1. И сразу вам рефаунд делает, да, там, ну, это лишние манипуляции. А были проценты, влияют много не новый товар, он продавался, не продавался? Никак не влияет. Он продает, вернее, влияет, но только на новый, он продает, вы можете выставить только новый провал. Товар, поэтому на Promoted Listed. В смысле, новый товар, который только залистил? Нет, вообще новый товар. Когда мы посмотрели, new или used? Used, да? Да. У нас новый товар, у нас, не знаю, здесь есть, он рекламирует. Один из них уже продался 100 раз. Можем выставить. Не, я понимаю, я говорю, что вы ставите ниже, выше,
Да. На выдачу влияет. Влияет. Я пробовал. Здесь я поставил средний, да, вот рейтинг, цену. А я ставил 2,5-3%. Вот, пробовал, играл. 2,5-3%, 1%, даже вот сюда доводил до максимума. И вырвал, что средний процент это от 5 до 7%. Примерно. Выше чего вы рекомендуете? Да. Ну, 5-7%. 5-7%. Но для старта, опять же, когда это вот мы сейчас говорим, по которому мы готовы продавать. Но для того, чтобы толкнуть продажи, мы ставим среднюю цену. Ну вот, вот такую. 5. Продажи прошли. Уже пошли продажи, мы можем легко это снизить. Как снизить? На самом деле вы можете остановить эту компанию, да, либо удалить, и запустить новую компанию с этим же товаром, да, но уже по другой процентной ставке. А ее можно запускать каждый день? Хоть каждый день. Да, вы остановили эту компанию, сначала остановить ее нужно, а потом запустить следующую. Не-не-не, вы не поняли, у меня, допустим, есть одна компания. Я ее там выключаю, 8 утра больше Америка засыпает. Нет, она работает постоянно. А, то есть я должна ее удалить, и потом да. Только... Она работает все время. eBay.com – это международная площадка, не американская. С ней... Я понимаю, допустим, в зависимости от того, где вы торгуетесь, вы на Америку ориентированы, смысл вам интернет заказать? На Америке покупают не только американцы, на eBay.com. А. Да. У меня по международной отправке примерно 10-15%. В другие страны из eBay.com 10-15%. Хорошо, есть еще вопрос? Да. Пожалуйста. Мы начинали, маркетинг. Вернемся. Смотрите, сильно много было всяких манипуляций, поскольку у нас Сережа снимает на YouTube у Пропочты, вот видео, и вы посмотрите дома уже спокойно себе, и все посмотрите. Смотрите, на YouTube у нас есть плейлист, связанный с экспортом. Вот все видеоролики за последнее время выложены на вот это, там 11 видеороликов уже на сегодняшний момент. А как сообщество, это что? Укрпочта, да? Укрпочта в поисковике YouTube. Вы заходите туда, и там есть по плейлисты по категориям, там есть ролики, посвященные украинской доставке, есть ролики, посвященные маркетинговым компаниям, есть ролики, как заявить, кто-то меня спрашивал сегодня за личный кабинет, но там есть обучающий ролик, как регистрироваться в личном кабинете. Там есть отдельный наш лист, где вы можете посмотреть предыдущих мероприятий. Например, я думаю, что для eBay будет полезно Shopify посмотреть. Да, очень. Я сам сейчас лечу из Shopify. Тоже вы Евгения Сазанского. Да, Евгения Сазанского. Вот отсюда начинается. Про магазин все, про продвижение примерно то же самое. Есть еще внешний трафик, но я вам вообще туда пока не рекомендую замахиваться. Потому что это, во-первых, деньги, а во-вторых, определенные знания, которые пока могут сделать, позволить себе люди, у которых есть деньги, которые уже заработали, или не есть, а заработали. Да, пожалуйста. Только маленький точечный вопрос, его как-то пропустили. Если у меня товаров несколько экземпляров, то есть я посмотрел, выставил там 3 товара, продать одного номинала. Как мне сделать так, чтобы когда они все продались, они потом не ушли из моего листинга, чтобы они оставались в перечне товаров, которые я продаю? Тоже в настройках, да, у вас, например, если вы все продали, у вас 0 получился. Да. Если то, что я говорил, в настройках, когда вы в первой настройке поставили, в самой первой настройке автостоп, то у вас ставите галочку, и все, и он у вас не пропадает. А при создании листинга вы ставите got and canceled, то, что мы говорили. Fixed priced и got and canceled, то есть не пропадать, тогда набирается история продаж. Спасибо большое. Поэтому внешний трафик мы не трогаем по той простой причине, что там нужно на него замахиваться и уже с деньгами. Какой аккаунт компании? Нет, аккаунт нет, листинг так толкает. Ну, хорошо. В целом. Если вы рекламируете 5 глаз, то на аккаунт 500 листингов рекламируете 5, остальные выливаются? Нет, она не влияет. Ну, то есть на органику не влияет? Нет, на общую органику не влияет, только на локальные листинги. Хорошо. На органику влияют продажи, которые делают с этого листинга. Подскажите, это регистрация магазина, бесплатные листинги, они сдаются, вы начали говорить, но потом... Да. Вам дается на Basic Store 250 бесплатных листингов. То есть вы можете загружать 250 листингов, с которых не будет сниматься 30 центов. А лимиты, на лимиты как это влияет?
не влияет. Если у вас 50 листингов, вам не добавится, не добавятся 200, если вы подпишетесь на магазин. Не добавится. Олег, хотел уточнить. Скажите, а частота выставления листингов влияет на продвижение самого аккаунта? Допустим, каждый день новый листинг. Я занимаюсь юзер товарами и... Я вам скажу такую вещь. Это может быть даже наказано. Есть такая остановка аккаунта, чрезмерная активность на аккаунте. Есть такая, да. И если у вас, это зависит от лимитов. Если у вас 10 лимитов, ну я условно говорю, вот вы новый аккаунт, и вы выставляете 5 товаров ежедневно, так, и выставили, или 50, нет, дадим не 10, а 50, и вы 5 товаров каждый день, это повышенная активность. Расценивается так система. Поэтому вот количество лимитов. Если у вас 50 лимитов, то 3 товаров в день можно выставлять. То есть система так определяет. Но активность на аккаунте, она интересная штука. Вот вы можете редактировать листинги, вы можете менять цену, вы можете менять полисы, вы можете менять фотографии, описание. Это и есть активность на аккаунте. Это плюс. Хорошо. А еще... Но смотрите, вы сегодня рассказали про фотографии. Какие они должны быть, имеет это вообще значение? Имеет значение. Но фотографии делают... Фотографии я не буду говорить, потому что я не занимаюсь фотографией. По той простой причине, что у меня есть люди, которые этим занимаются. Профессиональные фотографы для продажи на Amazon, для eBay. А я им говорю, есть товар, они фотографируют, я смотрю. И тогда я говорю, окей. Но есть, конечно, некоторые моменты, которые важны. Да? Важно, чтобы была положительная эмоция. Важно, чтобы этот товар был полноценно освещен с разных сторон. И разные способы его применения. Не один способ, а разные способы. А есть какие-то специфические требования? Желательно на белом тоне. На белом тоне, как это на Amazon. Вот я рекомендую все-таки обращаться к тем людям, которые специализируются для продажи на eBay или на Amazon. Они, если вы сами будете делать фотографии, чаще всего они будут либо непривлекательны достаточно, да, а вот с ними вы можете работать. Если я фотограф. Тогда нужно научиться именно этой предметной съемке для магазинов. Посмотрите на магазины. А есть партнер Western Bee? Предлагает продажи через свой аккаунт товара выше, чем 200 долларов. Вы вообще не рекомендуете Нет. пользоваться подобными услугами? Нет. Нет, а тоже через свой продавать, да? Вы должны отвечать за свой товар, это раз. Второе, если какие-то возвраты происходят, он все равно будет к вам обращаться. Ну да. И вот эта вот канитель, которая будет происходить, вы будете, плюс не только ваш товар, а другого, там, других десятки людей, и вот эта вся канитель с возвратами или с сервисом, customer service, может вас просадить в ваш аккаунт. По простой причине. Протестировать можно, но продавать нет. Да, давайте сейчас вопрос крайний, потому что девушка давно. Скажите, пожалуйста, а влияет ли на ранжирование листинга на eBay организация выкупов, отзывов, вот как на Амазоне, например, это работает? Нет. Вообще? Никак не влияет. Влияет вотчеры. Есть такое на eBay качество. Вотчеры — это те, кто просматривает, подписались на листинг. Вот это влияет. Их можно накручивать? Можно. И банят. На Upwork'е это делается. Банят. Это манипуляции, банят. Подскажите, а можно ли указывать какие-то дополнительные ссылки на личный аккаунт? Нет. Нет. Можно указывать только на внутренние ссылки магазина. Например, листинг у меня отдельный. Я могу дать ссылку на свой магазин на eBay. Либо, ну и все. Больше какие-то внешние ссылки запрещены. Да. Так, а это не внешняя ссылка? Нет. А как это работает? Она, есть специальные программки, которые интегрируют eBay, а не наоборот. То есть сам магазин переезжает на социальные сети. То есть на магазине ссылок нет? Нету, нету. А вот оттуда есть. А как сделать так, чтобы люди с Украины не видели твой аккаунт? Не скрыть от них. Аккаунт не получится скрыть в любом случае. Товары? Чтобы они не видели товары, да. То есть конкуренты. Во-первых, товары не страшно, что они видны. Страшно, что вот я как дропшиппер, да, я вычисляю товары по отзывам. Мне интересны товары, которые по отзывам. Если вы поставите такой приват-листинг, то вы скроете товары. Но не сможете скрыть товары в целом. Просто как продаются товары, это другой вопрос. Ну вот я находил по отзывам человека, а в общем поиске не мог.
то есть именно его товары. Здесь, во-первых, локация, если вы поставили локацию с Украины, да, да, это да, нужно поставить ship from, ship в Украину, доставку в Украину, тогда вы будете, можете находить. Если вы поставили локацию поиска по USA, конечно, вы не будете находить его. Нужно выставлять именно поиск в той локации, в которой вы хотите его увидеть. Многие тоже поставили вопрос, что у меня доставка в Украину, вот адрес, да, ship в Украину, а потом заходят и не могут, выставили товар на USA, свой товар, да, как у нас локация Америка, и не могут его найти, потому что у них доставка не в Америку, а доставка в Украину. Ну, я, насколько знаю, бывает такое, отключают доставку в Украину для того, чтобы, когда я пробивал поиски, оно мне не выдавало с Украины. Все эти манипуляции я не рекомендую. Ага. Потом, потом будет дороже разгребать. Хорошо. Вы говорили про чрезмерную активность нежелательную. А если будешь постепенно уменьшать стоимость для привлечения клиентов, то будет считаться активностью? Да. Любая манипуляция активная, ну вот именно положительная влияет манипуляция, это любое изменение в листинге, на аккаунте, дополнение, изменения и так далее. Но уменьшение цены, это же как промоушен может считаться, то есть я хочу продать товар? Нет, это просто изменение, это вы так думаете, что промоушен. Для eBay это просто изменение цены. Можно я вопрос? Mm-hmm. Расскажи два слова про eBay и Mac, вот это их новый стопор. Image, да. Ну, это, опять же, тестированное, я пробовал туда переходить, там русскоязычная, кстати, поддержка, хоть вы и торгуете на, в США, да, у вас есть там телефоны, имейлы, а в USA такого нету официально, можно через Facebook до них добраться, но очень сильно у них проблемы с отображением, с формированием и, в принципе, с поиском потом. Вот у них такой тоже небольшой лайфхак, я оттуда, у них хорошая поддержка. Вы можете там зарегистрироваться, записать телефоны, имейлы, и пока у них это все в фазе тестирования. Но очень хорошо развивается, я постоянно за ними слежу. Как только, почему еще? Потому что сейчас идут изменения на eBay, такие глобальные, и они затрагивают практически все, в том числе eBay Mac, то есть eBay магазин. Там они считают, что больше создают условий для продавца хороших, но там просто, знаете, есть такой образ, вот они насобирали всего, но они вот пока просто насобирали. Еще нету в пазлах сока. А что это? eBay Mac. Есть такой дополнительный сервис для, для выставления товаров. Слушайте, но он же, получается, работает на разные локации, да? На разные локации тоже. И тогда, если ты там выставляешь с Украины через ком зарегистрированный аккаунт, выставляешь на Германию, Англию, ты попадаешь на этот платформ. Да, да. Налоговое финансирование я вам в Европу вообще не рекомендую, потому что там, как и в Америке, с этим очень строго. Вообще с налогами, с деньгами вам нужно разобраться. Когда и пошла торговля, вам нужно будет разобраться либо здесь, вернее здесь, потому что либо или и там. Если у меня хорошо растут продажи, я могу открыть фирму, например, в Европе, и бухгалтера будут отвечать за мою. Если здесь, то я должен, соответственно, если я продаю отсюда, да, то я должен отчитываться перед теми, той страной налоги платить, с которой я продаю. Ну, сделать в Америке налоговую фирму и продавать... Это не ко мне. Нормально? Нет, без налоговой фирмы не существует как таковой, потому что там есть разные возможности, LLC и так далее, для нерезидента не существует. А для резидента там, конечно, много всего разного, прекрасного и со скидками. Но Америка нужна, если у вас продажи в Америке. Если у вас продажи в Европе, то фирма должна в Европе. Да. Потому что там есть, конечно, сложности и варианты, но это через... Можно еще? Смотрите, вы рекомендуете первые 50 листингов создать бесплатно. Можно ли количество в каждом листинге указать, например, 100 единиц? Или все равно при продаже 1 единицы листинг уже 30 единиц? Да. 30 центов съедает, да, в любом случае? Да. Вот вы, у вас 50 листингов, вы, у вас дали лимит, и вы выставили один товар за 51 листинг. Да? Ну вот 51 штука, вернее. Один товар, но 51 штука. Вот за 51 штуку у вас снимется 30 центов каждый. А магазин-то мы подписываемся 21.95. 250 этих лимитов на год дается? Да, на месяц. На месяц. Если вы на месяц подписываете, вам на месяц дается. Если вы на год подписываете, тоже 250 лимитов в месяц. Не на год. На год это мало. То есть в любом случае получается наши расходы это 10% eBay плюс 30 центов
процентов, если у нас платный визит, правильно? Нет, еще PayPal берет 4,4. В зависимости от вашего PayPal, но это смотреть нужно посредника. Его проценты учитывать и так далее. Да. Нужно, если брать брейк-ивен, то нужно считать процент фи eBay, фи PayPal, и многие забывают о том, что вы еще выводите деньги. Uh-huh. Это тоже стоит денег. А вот если сразу можно сбросить первый? Можно. Но это будут потраченные деньги, не просто будет, он вас будет висеть и брать деньги лишние. Вы можете это сделать, но при отсутствии ассортимента это будет. Любая трата времени, трата денег, вернее. Олег, уже, кажется, поменяли, уже 35 центов. Не 30, а 35. Да, ну вот тем более. Там они подняли до цены. А лимиты, они даются только по количеству. Деньги определяются вашими лимитами. Они даются только лимиты по листингам. А вот сумма определяется только вот в вашем основном аккаунте. Нет, неэффективно. Неэффективно. Они у вас будут просто висеть. Вы же хотите продавать. Ну, это у вас будет не бизнес, это у вас будет, ну, не заработок, это у вас будет трата времени. А если вы хотите продавать, у вас должен быть ассортимент. Але вони не повторюються. Кожна річ вона є унікальна. Чи є смисл мені зв'язуватися з eBay? Чи все-таки це для таких промисловців, там, де там, скажімо, роблю болти, їх тисяча штук, і я вам їх відсилаю? Ні, eBay – це оригінальні товари. Люблять оригінальні товари. То, що ви сказали, це дуже добре, але я говорив не о лінійці товарів. Я говорил также об аксессуарах. У вас есть ювелирка, вы можете также поставлять, сделать ассортимент для ухода за ювелиркой. Вы можете взять коробочки какие-то. Вот такие вещи, которые разнообразят ассортимент. Они создадут только линейку продуктов. Можно даже составлять так называемый бандл. Ваше ювелирное изделие, там с сережками или и к нему что-то для ухода за ними. То есть бандл — это тоже ваши, как бы, ваш ассортимент. Есть ли опыт? Да, есть. Это отдельный аккаунт? Нет, нет. Есть shipping policies, четко указано. Сейчас вам покажу. Так. Там есть шиппинг, там где доставка, есть четкая прописка 150 фунтов и больше. Сейчас. Вот под них можно ставить шиппинг. Вот. И вот здесь можно выбрать. Видите? 150 и больше. Одинаковых, и это опыт. Да, это... Да, можно. Это даже не 150. Вы можете указать package, pack. Package — это значит одна упаковка, там 250 штук. Это вообще не проблема. Если по весу проходит... Листик, да? Да, листик отдельный. Это не обязательно под него поле сделать, главное, чтобы он по весу проходил. Да? Если и у меня товар, например, который больше ставит... Ну, вот у меня товар такой объемный, игрушки, например, детские, погрызанные, да, то они, соответственно, может высоко, они, могут тяжелые быть. И я их могу оптом продавать по аукционе. Так, давайте. Мы самые активные пользователи. Вот задавали скорее на вопрос по поводу дорогих украшений. Вот если рассматривать целевые аудитории, там, допустим, Etsy, Amazon и eBay, то целевая eBay сможет подарить аксессуар за 1000. Да. Я у меня клиенты, у них
аккаунт специализируется только на дорогих товарах, которых не меньше $500. У них самая $500, а самая дорогая около $7000. И не на eBay. Да, на eBay товар. То есть нормально, конечно. Это не какая-то. Нет. Тут другое, то что если у вас ноль отзывов, кто у вас его купит? Не имеет значения. Не имеет значения. У вас нет отзывов, вы непроверенный продавец, поэтому у вас мало кто купит такой товар. Поэтому раскрутка товара идет со средней цены, там до $40. Вопрос такой, если есть описание товара в Excel, можно ли делать закупку, импорт-экспорт? Есть. Но я вам не советую это делать, потому что, еще раз говорю, eBay, он много предоставил функционалов, но они работают криво. Лучше это, если у вас уже не 500 товаров, да? Около 200. И если вы сейчас все 200, во-первых, в лимиты, да, нужно их проработать. А во-вторых, если у вас лимиты, там, например, 500 штук, вы сразу 200 загрузите, и у вас остановят аккаунт. Почему? Потому что активная деятельность, чрезмерная активность на аккаунте. Ну, вручную. Есть. Так а зачем вручную, если есть описание? Я вам говорю, как это есть. Вы можете пробовать, но я вам говорю, что это повышенная активность. Если вы захотите сразу загрузить, это не будет драфт, это будет именно загрузка. Если вы захотите загрузить драфт, то это только вручную. Если вы захотите сразу загрузить, это может аккаунт будет приостановлен, и он не заблокирован, а приостановлен. До выяснения, почему слишком большая активность на вашем аккаунте. Хорошо, давайте. А послушайте, есть какая-то функция, если в магазине нет там 50 товаров, буквально там 10, он менее заметный или вообще невидимый. Есть ли какая-то функция подъема товаров за платную услугу? Нет. На бесплатном аккаунте нет. Стандартный аккаунт не предоставляет таких. Хорошо, ваши вопросы? Вы несколько раз говорили о приостановленном аккаунте. Как происходит разморочка? Я просто только что пока вас слушал, уже заработал приостановленный аккаунт. Я вам скажу одну вещь. Когда ко мне приходят на обучение, мне говорят, я могу сделать, вот, зарегистрироваться или в принципе вот так делать. Есть обычные манипуляции, особенно в последнее время, когда насыщено продавцами eBay, Amazon, у него есть приостановка аккаунта, не блокировка, а приостановка до выяснения. Например, у вас не подошел телефон неправильно был, данные не совпадали на PayPal, на eBay. Товар, который вы выставили, он был подозрительный, да, вы не поняли, какой, вы не прочитали правила, может быть, он подозрительный. На самом деле очень много. Для этого и есть поддержка. Контакт us, аккаунт и, соответственно, все по пунктам. Вы звоните с 23 часов, чтобы не попасть на индуса и больше, и несколько раз. И вам, вы решаете вопрос, вы подтверждаете данные и все. Но это время. Это не страшно. Страшно, когда вы делаете, например, вам сказали, этот листинг больше не выставляете, а вы, то почему я хочу? Раз. И через на третий раз удаление вас аккаунт навсегда могут остановить. Ну, в основном на Амазоне, я вам скажу, если брать опять же Amazon eBay, часто тоже приостанавливают аккаунты, но это не смертельно. Просто до выяснения ситуации. А поддержка только будет? У новый аккаунт, новый. Новое, часто. Не, эмоции это да. Я имею в виду, что по данным и, да, такие вещи, да. Да, да, да. Только это часто и бывает. Щелкают часто, что лихи сыпятся. Хорошо, давайте последние вопросы, и мы уже будем плавно переходить в. Рекомендуемое приложение полезное. Да, хорошее. Рекомендуемое приложение для чего? Для работы на eBay. Есть, я вам показал для customer service приложение, да? По фидбэкам. Я вам показал приложение для DSM, для формирования да, HTML формата. И есть еще MailChimp, это для, когда у вас есть база данных покупателя, вы можете использовать как для рассылки, email рассылки. MailChimp. Вы, наверное, о нем слышали или нет? Ну, это очень популярный сервис. Да.
Вот и все, что достаточно на старте. Я вам советую больше сосредоточиться на продажах и на формировании, чем на каких-то вещах более таких глубоко, еще глубже копать. На самых... Да, вот он. Вот. Да, вот он. Где он? Сколько у вас У кого? 0,08%. No sense в этом все, то есть вот эти мейли. Да, да, возврата очень мало. Не, возвратный покупатель, те, которые возвращают. А, у меня есть не возвратный покупатель, у меня есть постоянный покупатель. У меня занимается есть девочка филиппинка, она занимается формированием базы данных. Покупателей. Customer service, сопровождение полностью от начала и после покупки, и их и не только тех, кто купили, но и их родители тоже. В общем, подключать максимально активно проявляется в поиске постоянных покупателей. У меня сейчас на основном аккаунте около 20, было 15, уже 20 постоянных покупателей, которые могут в прошлом году сделали закупку на праздник около 10 или 15 тысяч долларов. Нет, это семьи, которые купили на праздники товар. Олег, если можно сказать, пожалуйста, чи вот это вы какую-то школу по eBay, возможно, по Amazon, ну, то есть какие-то курсы, да. Вы знаете, как я... По eBay. Да, есть. Все эти данные вы можете потом лично подойти и спросить. Я веду, и они очень такие объемные, и объемные даже не по информации, хотя сейчас я дал только там, я вам честно скажу, примерно десятую часть, да, того, что мы проходим. А в принципе, там есть и объемная информация, потому что бизнес, и мне подходит того, как eBay как бизнес, не как приработок. Не как дополнительный заработок, а как полноценный бизнес. К нему можно подходить только комплексно. Там теория, правда? Конечно. У нас потому она немножко затянут, что если мы даем задание, люди могут делать по своим житейским сложностям, могут делать там 2-3 неделю задания, и поэтому затягиваются. Но в целом где-то так. А да. Это все открыли, да? Нет, это все онлайн. Мир уже переходит в онлайн. Уже давно, потому что у меня ученики есть не только, кстати, и русскоязычные. У меня дешевле, чем в Америке. А сколько у вас? По-разному, подойдите, спросите. Все стоимости я вам рекомендую все-таки подходить, потому что говорить это такое, знаете, о стоимости своих услуг, это хорошо. Но в принципе я лучше поговорю с человеком, да, потому что я просто не беру многих. Вот я отсеиваю. У меня хватает своих денег на продажах, я занимаюсь обучением только в свое, чтобы не потерять свою квалификацию. Вот больше и не более того. Ваш вопрос. Опять же, повторю маленькую. Допустим, у меня есть магазин на Etsy, я там продаю. У меня есть фиксу eBay. Я такую с довольно нишевым товаром, это арт-куклы, художественные куклы. Это тяжело продавать, потому что предложений много, покупателей мало. Но, например, вот я создала, у меня 50 больше листингов, они есть на Etsy и они есть на eBay. Вот, допустим, могу я выставлять те же или если можете. Не будет такой ситуации, что меня за это могут наказать? Но... Нет, на Etsy не знаю, на eBay нет. У меня есть сайты, которые продают офлайн Shopify, такие же товары, как и я, даже чуть дороже, чем не имеет значения. Это наоборот плюс. Нет, зачем? Это наоборот плюс для eBay. Если вы говорите, я продаю на Etsy, я расширяю свою сферу продажи, хочу продать. Я продаю на Амазоне, хочу продавать на eBay. Отлично, отлично. Тогда это в глазах поддержки eBay вам дают только зеленый свет и еще вам плюшки подкидывает в виде увеличения лимитов. Хорошо. Все, вопросов больше нет официальных. Тогда мы вас всех благодарим. Заходите, пожалуйста, на e-commerce expert school в Фейсбуке, находите там свои фотографии.